Պատմությունը սրանում է, որ կրկնվում է անդար, ոչ թե մարդը մոռանում է Աստծուն, բայց սկսում է անլուրջ վերաբերվել։ Այդ հարաբերությունը Աստծո հետ սովորական է դառնում իրավը։ Как бы, ну что я же сам живу, да? Вроде я живу и все будет. Кажется, что я сам, ну, да, 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 да. И таким образом Богу приходится напоминать, нет, не ты живешь, это я тебе жизнь даю. И в той ситуации, вот что стипфаться, они думают, сейчас на луан, тогда это важно, дуча сапу, но я сам кескиан талис. А жизнь я тебе даю по договору, который у нас в этот момент действует. И сейчас кескиан кентали, вот это мы кухтем на кирале. Если ты вспомнишь об этом договоре, то тогда ты сможешь. И это и сейчас это поймано гримас. Романак, ну, кого шану кеткукянка. И точно так же Иаков вспоминает об этом договоре, там молитва Иакова. Он вспоминает об этом договоре. Иаков, Ишелов, Айтухта, Иаков, Кимечер, Хоскет, Айтухта, Ишелуцен. И точно так же Моисей, нет, он уже совсем без сознания, но его жена вспоминает о договоре и обрезывает сына. Я в Мовсе Савы Нишу Киракина, Ишелов, Ухтима, Сын, Трампату Майлайля, Хундер, Эспес, Янку Шамнасума. Вы понимаете, как Моисей относится к договору, если он своего сына не обрезал? А с кем пазл? Тем вовсе за вон целью я говорю, мэн чухтин, я тэн кэя, вовсе чэр калпатэ. Поэтому такой Моисей не может вынести народ. А спеси вовсе са чэр калок же вовсе дурс бэдэ. Но вот после этого Моисей становится совершенно другим человеком. Вас дранис, это вовсе са дару уриш марта давно. Заметьте это, как он не хочет идти в Египет, ему страшно, его там убить должны. Еще горчерю зубы Египет, звахом, это горкавая яспана. И как после этого, абсолютно безупречен. Да, это он тогда, то есть сейчас когда кешкор не сидит. Понятно. Ну вот так. Такая вещь. Вот. То есть это вполне себе, вот вся эта тема, когда уже совершается некоторое новое избранничество, то возникает и некоторая тема смерти этого избранника, и спасение, которое при этом совершает Бог. Նորից, կրկնենք, որ հենց ընտրության արձա գալիս և այդ ընտրյալը, որ հայտնվում է, մահնել հետն հայտնվում և այդ մահվան միջոցով Տեր Աստվածը հայտնվում է և մահվանից պրկելով իրան նոր մարդադարձում և շարունակվում է. И в этом смысле вифлеемские младенцы, они тоже в этой линии оказываются. Ես արումով Բեթլեհեմյան մանուկների ջարդը, ես նույն ես շղթայի շարունակությունն է. Потому что они тоже оказываются вот такой, как бы сказать, человеческой жертвой за Христа. И Бог, на самом деле, побеждая смерть, этих младенцев принимает в свое время. Я уверен, кажется, с Марткой Золина и Христос и Хамар, бац, ты расстался, ахтарелов маха и ахтарелов махмана, если бы дождь или ханейн, то мой ламот, вот это Христос и Хамар, Мартирусвац. Для церкви с самого начала, еще с самых евангельских времен, нет никаких сомнений, что эти младенцы уходят не в смерть, а в жизнь. Если вы цена меня скажет, центра размалумиться, ярпек, каскашчун, это говорит, водор, я хандре, вот что мы рад, а нам сам кянки, похоцин кянки. Ну, так вот такой длинный, слишком длинный. Какие дверь как вопрос, патасканец, это овцы? Попутно, важная вещь. Давайте еще рыбанышку сесть. Так, еще есть? Еще. Да, пожалуйста. Я вчера, что вы говорили, этот переход, логичный переход из Ветхого Завета Нового с помощью рождения Христа или обещания. Сейчас это очень важно для меня, что мы можем заключить, что понимание Ветхого Завета в таком отражении можно принимать. И второе, что я то же самое слушал насчет храма, что ветхий храм, вот то же самое, переходит в новый заветный храм. Вы с этим тоже можете согласиться, да? Конечно, конечно. Конечно, но ветхозаветным храмом становится, как бы сказать, живая церковь, состоящая из живых кирпичей. Вот это и есть храм Духа Святого. И поэтому в книге Откровения говорится о том, что я говорю на проповеди. Говорится о том, что там, когда будет новое небо, новая земля, никакого храма в этом новом Иерусалиме. Новый Иерусалим будет. А храма в нем не будет. Потому что нет специального места для Бога. А тут а разнастся сейчас. Бог наполняет весь этот. Остаться из этого можно сказать, что еще материальный храм тоже можно признать в таком, что храм церкви.
это очень во многом для нас, для человеков. Потому что Бог-то на самом деле в каждом из нас. Мам, на вот екатеринер марканс амар кайура, чунаж распад амен меку амен мекис меча. И поэтому там, где мы собрались, там и храм. Вот я вот менкавак фелен, где это отчаянно. Первые христиане где только не собирались. А зачем христиане урасыш чей навакум? Их собственные храмы стали появляться только в 4 веке. Чорор дали снос, кстати, тачарных галцев. А до 4 века не было никаких своих храмов. Ничем чорор дали, все пока тачарных чуны. А церковь была? И скрикелесин каш. И Евхаристия была? И вавоксу чуна каш. То есть никакого специального места для этого с божьей точки зрения не нужно. А что ты сам говоришь, хатуки чертах предчи. Но когда нас, людей, становится много, нам нужно какое-то помещение. Поэтому вот, тут важно понимать, что новозаветное здание храмовое, это не то же самое, что Иерусалимский храм в Ветхозаветном. Потому что Ветхозаветный Иерусалимский храм – это единственное место, где пребывает Бог. А у нас где двое или трое собрались? Ну да. Да, конечно, конечно. Оно исполняется. Доходит до полноты. Неполнота Божьего присутствия, вот он, только в храме Иерусалимском. А теперь через Христа Бог... Постепенно совершает то, что Он все во всем. Как в Послании к Ефесянам написано. Но к этому нужен путь, к этому идет путь. И это и есть вот эти последние времена, в которых мы живем. Все эти 2000 лет, это и есть вот это последнее время, в котором совершается этот переход к полноте бытия, творения. Եր կուազատայինը սարգաշի ժամանակներն են, որտեղ այդ աստուծրագիրն է կացարվում, լրացվելու աստուծրագիրն է, աստուծ ամեն բանում պիտի թակավորի։ Եթե պասլիդնի վրիմինա, պտամ ուշտ պոսկ ետա վրիմինի նի բուդիտ։ Վերջին ժամանակներն են, որտեղ դրանց հետո ժամանակ չի լինելու։ У меня есть. Ты вчера говорил, что была в основном две этих составляющие были воспитания. Это Слово Божье, закон Моисеев и практическая жизнь. Сейчас я так смотрю, что безвозвратные новые времена у нас. То есть женщина работает, мужчина работает, в квартире живут, не знаю что. Пока еще мужчина работает. Да. Так, скоро будет женщина работает, а мужчина нет. Может быть. Но то есть это Слово Божье еще как-то так, я понимаю, но практически в принципе ничего нету. Ну, чтобы дети практически как-то там... Как можно их... Вот насчет ответственности я спрашиваю. Откладываю вопрос, потому что мы об этом будем говорить. Хорошо. Так, есть еще? Я прочел Евангелие от Луки, где Иоанн Креститель, отец, ангел говорит, что он обратит сердца отцов к детям. И поэтому же разумение праведное. Сердца к детям. Так, немного, что значит? Надо сказать, что духовное состояние Израиля в момент прихода Иисуса было очень разнообразным. Иисус и Айд Галут Шаманак, Окевор Вичак, Исраэль, Иисус Мианышанак Чет. Ну, вы знаете, там были фарисеи, садуки, есеи, зелоты. Еще мы, Павел Сецинер, Садыш Мецинер, Дахан Загузнер, Левай. Люди, как бы сказать, в духовную как бы сторону в основном смотрящие и люди, которые в политическую сторону в основном смотрящие. Значит, книжники, которые в основном интересовались истолкованием Писания. Более практические жизни. Фарисеи, которые очень, так сказать, стремились к
их собственной праведности, чтобы не нарушать ни одну букву закона. Харсесенэл անձնական, այսպես արդարության շատ լուրջ այսպես հետևում էին, որ հանկարծ մի տարճ չբանչանան, չխախտեն Աստծո խոսքից. Но самого главного, любви к Богу и ближнему, за это не стоял. Բայց ամենակարևոր բանը, սերը առաստված եւ դեպի մերձավորը չկար իրանց մեջ. Вроде очень разное, но все не очень хорошее. Кажется, возможно, да, но инкарнел хорош чер. И когда в таком духовном состоянии находится общество, первым делом начинают страдать дети. Я бы просто хотел кусма спеси оки вор вичак тумен шагат, но арачи атин тарапанка гену майле хекида. Потому что о них или забывают, там или спасен урануме, или начинают их воспитывать по своему примеру. Там сексмен Ирац Оринаков даст тебе на Седахекин. И, в общем, все это достаточно ужасно. Дев Аураса. И поэтому вот то покаяние, которое должен принести Иоанн Креститель, оно в том числе и означает не просто вот поворот к Богу, но к тому, что Бог говорил, весь Ветхий Завет. И вот эта вот обращенность сердец взрослых к детям, это один из важных компонентов, так сказать, это важнейшая обязанность взрослых. Чтобы они сердцем воспитывали детей. Я вас Иоаннес Мокрчи, это капфаз Мурасума Бана. Сердце, говоря, да, эрехеки сердце Иоанн Сайлинг и Дарна Бан. А, верче. Иоаннес Мокрчи, Апашхалюцина, Апашхалюцина Миш, не армел, на МСИ. Гор Хайдере, Аскенценовнере, Сксельмени Антерехки, Нактен Дастриаке, Рубсор, Джигяру, Вас, Сартов, Атенц. Видите, вот это вот то, что проповедовал Иоанн Креститель, покаяние, обращение, изменение как бы, вот, направления ума, сердца на 180 градусов от того, как я считаю правильным, к Богу, оно в том числе включает в себя сердечные отношения к детям. У вас, Макарчик, хороза за Пашка Алицу Найбер, Мартик Петки, Иоанн Змитк, Иоанн Сирт, Хаулицу Наштянов, Текейн. Այսինքն իրանք ոնց էր մտածում, եսա ճիշտ, նա ճիշտ, վերադառնային, թե Աստված ինչ է մտածում, որ նա ճիշտ, որ նա լավ, եւ սա նաեւ կապված էր երեխաների դաստիարակության հետ։ Видите, он вообще говорит в своей проповеди вот о таком потеплении сердца. Когда у него солдаты спрашивают, что нам делать, помните, да? Он не говорит им, бросайте вашу службу. Ну так, не солдаты, а говорит. Воины. Ну, в общем, храмовые там охраны или там еще какие-то. Он им не говорит, бросайте вашу службу. Он говорит, вы ваша служба и так достаточно жестокая. Вы своей собственной жестокости к ней не добавляете. Я говорю, я на так этим воины отцветим маменьки джаник вам. Им касмир вот дзер тарачуна аванцнер лав даржан тарачуна. Дук дзер азнакан даржанцуна мимо срегдами. Когда к нему сборщики налогов приходят, он говорит абсолютно современную вещь. Жамана как испанасец. То есть вы, это понятно, это ваша работа. Да, это же горстно, на сканале. Но вы себе-то не воруете. Пальцковый сумья, царя Валька и Ивана. Понятно, да? Вот, вот что такое покаяние на деле. А ты не чапа шкалюсь, но горстно кану. Ну, в том числе, последствия детей. Ерехан Лев. Я спросил, потому что это такие серьезные рамы оставляет. Так, еще есть? Понял. Мы так пойдем дальше. Еще немножечко о действии Христа. Детстве? Да, о действии самого Христа. Микичар Хосенко, Христос и Мангитюнит. Один маленький момент, мы вчера вскользь по нему прошлись, но просто несколько фраз об этом. Ну, вы помните, когда Ирод посылает своих стражников убивать младенцев, Иисуса там уже нет. Потому что по указанию Божьему, значит, Иосиф забирает семейство и отправляется в Египет. Вот я остался.
ասել էր Հովսեփին, որ վերցնի ընտանիքը եւ փախնի Եգիպտոս։ Туда где Ира достаточно. Вот так Геродосը չէր կարա իրաց գտնել. Как она шо называется? Кем они становятся? Մեր ան մեր Շմիկվալեզով Իրակովքեր են, ի՞նչ տարան։ Беженцы, да, беженцы. И это не на 2 дня. Եվ դա է փորով չէր։ Там не говорится точных сроков, но по сопоставлению с историей получается, что никак не меньше, чем 4 года. А мы так и чё, 4 года, если бы пастакан и напрыг вот плюс. Понимаете, проблема беженцев это сейчас глобальная проблема. Има пастакан не их антира, глобал антира. Так вот, наш Господь был беженцем. Мы тогда пастакан лишь. Он был беженцем в самом нежном возрасте. Когда у человека никаких защит нету. Когда он проживает все это под, как без кожи. Поэтому, если вдруг доводится каким-то образом вести христианскую работу среди беженцев, не забывайте, наш Господь знает эту ситуацию изнутри. Чем он так? Он ее прожил. Он знает, что такое жить не в своей стране, не среди своего языка, значит, не среди знакомых, родственников, там такая, с разорванными всеми связями. И ему есть чем помочь. Тем, кто в такой ситуации. Он вместе с ними. На Иленце. Понятно. И еще один момент. Значит, мы говорили о том, что вот эта вот знаменитая история с тем, как ребеночка потеряли в храме. Она происходит уже, в общем, с формально взрослым Иисусом. Са Иисус е катарвен, телефон Иисуса артен вода. Чапасер. Потому что он уже в этом возрасте. Он уже после пролития. И поэтому, именно поэтому вся эта история происходит. Камаэль хэнцэти вана катарвец патрэцюна. Потому что во все предыдущие разы он путешествовал вместе с женщиной. Вот это мечтает тасе тарика, инка миш канан центр чампортун. Это тарикне, вот канан центр тивне. Ну, понимаете, как на праздник, там, исцеление идет целое, так сказать, десятки, там, 2-3 десятка человек. Дюрец, я раз он карасун оком, а вот жуга галиса, депи бана, затка канет тона. Мужчины идут. Отдельно. Гаранзи. Женщины с детьми отдельно. Канаки реханели таранзи. Мужчины свои разговоры, женщины свои дела. Гамарти гиранц, хосаксунэнэнэй каданэ гиранц гоцэнэнэ. И так все предыдущие разы было. Минчэн тасэр царин миш цэн царэ. Ерехан канаканан цэ тэээ. А теперь он первый раз взрослый. Из кимана арачинакам артэн мэцарсэка. И естественно он идет вместе с мужчинами. Эм бэнаканабар тарамартян цэ тэээ. И по дороге туда все в порядке. Чанапари нам не нужно. А вот когда обратно? Все по этому давно. Ну, кто волнуется? Ну, там где-то идет с мужчинами, да, наверное. Мужчины же об этом особенно не заботятся, да? А женщины тоже не волнуются, потому что мужчины. Вот это Тагамартян Цетинка Галиса, Тагамартикен, да, это я сам же Галиса. И только когда они проходят дневной переход и становятся на, так сказать, на ночевку, Ефор Церека Верчаца в Гишере, Нацин вот Гишере, тут и обнаруживается, что его нет. Ты сам чека. Ну, дальше, понимаете, родители бегут обратно. Вот, хотя это уже не время дневного перехода, а уже после, так сказать, уже наступающих сумерок. А там Гишере вот это, ну, это Михайловска, Верадарнуме. И после этого они там целый день бегают по городу, не могут его найти. А вот же Манен Галикаваком и Хаджоктора. После двух ночей. Его обнаруживают в храме. А это наберемен Гаджарами. Ну, там загадочный диалог между Марией и Иисусом, совершенно непонятно, что он имеет в виду, говоря эти слова. Почему? Потому что ему надлежит быть в доме отца. Майя Мирия в Иисусе, это Хортава Хоцакуна, вот Ирошаскаля и Суишна, который написал, вот если ему там дешку длинили. Потому что может иметь в виду храм, но может иметь в виду, что не волнуйтесь, я взрослый человек, я должен жить в доме своего отца Иосифа. Я туда приду.
Որ այսինքն արա կարելի ասա հասկանալ որ որպես որ ես արդեն որպես երկնային հորդ ամնշտին եմ հատաճարը կամ որպես արդեն մեծահասակ ինչ եք ուզում ես կգամ մի հորդ ամնշտին Мы никогда не знаем, не, вот, мы не можем сейчас знать, что знает о себе Иисус. Мы пытаемся догадываться, но знать мы не можем, потому что нам это, в общем, не полезно. Я вчера говорил. Узнаем, что мы не знаем, но мы не знаем, что мы не знаем. Никто из нас не мессия. Вот это мессия чир, и в пять чир мессия, и мангуцуна, там, что-то именно. Но, что очень важно, они его застают в том, что он разговаривает со старейшинами. Բայց կարևորը սա էր, որ երբ որ իրանք գտան Հիսուսին, ինքը խոսում էր ծերակույտի հետ. В храме со старейшинами, с самыми мудрыми людьми Израиля. Ամենաիմաստուն մարդկանցից, Իսրայելի մեջ էր, ծերերի հետ էր խոսում. И там написано, он задавал им вопросы, а они удивлялись мудрости его. Իսկ նրանք զարմանում էին իրա իմաստության վրա. Это очень интересно. Շատ է դարքիրը. Потому что, с одной стороны, конечно, может быть, ему как человеку весьма молодому. Что-то было интересно от них узнать, поэтому задавал вопрос. Это я вот как Анравра, вот без Ейтаса, вот без Патани, Патани, я это Кирилл Харцер Тарнер, Масседный Аспатастан, да? Но с другой стороны, если вы вспомните, как в те времена происходила учеба, это еще, конечно, она не шпесер, это Суцумантану, как Сократ и Платон учили своих учеников. Шпесер, как Сократ, там, Платон, Соурес, Мениец, На самом деле, как и раввины учили. Ну, и человек, он раввин, нет, Ашакиртан и Соловец. Они учили не тем, что давали ответы. Да, Патас, там ваш чей там, я Арцелей Тавис. Они задавали вопрос. Арцелей Тавис. Но в любом случае, старейшины Израиля удивлялись мудрости. Амен Дерком. Этого с нашей точки зрения. Реально лицемерие. Зарван Мэй, Ира и Мастер Цамбра. С нашей точки зрения что? Подростки. А, բարա անչափահասի անչափահաս տարիքում մեր տեսանկյունից Հիսուս անչափահաս տարիքում էր Я что имею в виду? Иисус там в один момент в Евангелии от Иоанна записано говорил, что я делал, то и вы будете делать, и больше того сотворите. Հովհաննես հավետարանում ասել ինչ որ ես արել եմ, նույնը կանեք, հրա դրանից էլ ավելի շատ բան կանեք, հիշում չէ՞ դեռ. Понимаете, то, что Иисус собой наполнил вот весь этот детский подростковый возраст. А если на Барово Иисуса, он бог чуцам и ленов мецвет этот мантака, ев ейтасардака, ев патанекан тарика, анчапа сутюна. Означает, что в принципе вот такого уровня мудрости человеку в возрасте 12-13 лет доступен. Мишанаку Мавош, Հնարավոր է այդ տարիքի 12-13 տարեկան մարդու մոտ այդ աստիճանի իմաստություն լինի։ Понимаете, как мы относимся к детям 12-13 лет? Ինչպես են ձերաբերվում 12-13 տարեկան մարդկին? А ведь на самом деле они способны к огромной мудрости. Բայց իրականության մեջ նրանք հնարավորություն ունեն մեծ իմաստություն ունենալ. Поскольку Иисус есть в возрасте, во всем этом возрасте, до 12 лет, то они с ним тоже могут быть в этом возрасте. Нет, король Иисуса, ничем это тарика ехала, и это тарики эффекта, цанка за тарики, когда он все равно Иисус ехал для этого тарика. Их опыт отношений с Богом может быть совсем не меньше, чем наш. И Ленц, порцарутюн, астроит арабельчан, король Ашак, хищаник, астроит. Поэтому, как внимательно и уважительно нужно относиться к детям. Ну, шат, ушат, и шат, арганков, Петь ке берабрегалиеханедим. И сейчас это плавный переход к следующей теме, потому что посмотрите, я еще раз напоминаю, в Ветхом Завете ребенок был в общем существом незначимым. И сейчас там вот именно в том, ерехан или кансамбеч, а мы шам мекнеш. Понимаете, что Новый Завет уже что-то в этом деле меняет? Ну и новость так она, а гимбана плохо мы ставим. Потому что ребенку оказывается теперь достаточно очень много. Вот это Ерехан, Хасанули, Ерехаямар, Хасанули, Ашатанули. Не по своим заслугам. Вот что им кавалари. А потому что Христос есть в этом возрасте. Вот и Яржан Херямар, а говорит, что Христос это Тарику Ерега. Так вот. Дальше посмотрим на то, что говорит сам Иисус о детях. Има, как пишет Иисус, он там бинчел, а сын Ереханали Марсин.
Там есть два очень существенных момента, но я думаю, что их было гораздо больше. Я эту шапку, а его пара нашивать, но тем карточку, а он не шапку, вам это особенно. Значит, в 18 главе Евангелия от Марка есть такой эпизод. Матфея. 18 главе Матфея. Когда ученики спрашивают у Иисуса, кто самый большой в Царстве Божьем. Харценум Эннинец, Ашакектер Иисус, он лабеца, Асцун Факаутян Меч. Иисус берет ребенка, ставит посередке и говорит, вот, и если вы не будете такими, как ребенок, это я хорошо вас понятно, что Иисус для своих учеников работает в первую очередь как учитель. А сказал я, вот Иисуса, и я шакертнери хамар, а вачертин, вот без усутича амдезгадис. И его педагогика, на самом деле, всегда шоковая. Я миля усутцумнера, эспес дастрякшусуна, усущусуна, миш, эспес шокаина. Потому что, на самом деле, то представление, которое вот, так сказать, традиция вынесла из Ветхого Завета, вот это вот, как я вижу, вот, а шаг я к ней, как и мешка, гинух тест, традиция, вот, бейли, дэпи. А она, в общем, как бы сказать, узковатая и жестковатая. Микиш, нерву, чореш, да, даже. Она не та, которая хочет Бога. Кавелен, че ничего растоцели. И поэтому Иисусу все приходится переворачивать с головы на ноги. Иисуса, вот все стихаться, не накрываешь шута, да. Для его учеников, как для всех иудеев, ребенок – существо незначимое. Я ашакертнели хамар, еще знаю, цанкацацвей хамар, ерехан аннышан не банет. А Иисус в ответ на вопрос, кто самый значимый в Царстве Божьем, говорит, вот ребенок. Из карцин тео амена глухавура астутакуцян, сусну эса эхэ. В Царстве Божьем все наоборот. Астутакуцян, мы же не так ларака. И если вы вот в это не войдете, вот в такое не войдете, то вы не войдете в Царство Божье. Девятый чематнек срамеч, а синканес хаскацов и шамеч, чекер, инч, чекер, гаров на тэлю, рэм, ерпинки, таковуцян. И если вы не сможете ребенка принимать во имя мое, как меня, говорит. Я говорю, это я дыхание чкалована, антунем и манунов, вон цой им дантунем. Как самое важное. А у меня колхаворная. То это значит, что вы меня не принимаете. А если вы не человек антунем? А если вы меня не принимаете, значит, отца моего не принимаете. Это не человек антунем, им нет най нормы человек антунем. А сказал я. Ребенок вдруг становится самым значимым. Я дыхание способ дантунем, а у меня колхаворная. Понятно, что это педагогика. Знаете, когда он объявляет ребенка более значимым, чем взрослые, понятно, что он перегибает палку, потому что у Бога нет более или менее значимого. Но для того, чтобы сломать существующую традицию, ему нужно немножко преувеличить. Понятно, да? Это очень серьезно. Это очень серьезно. Это то, о чем мы только что говорили. К ребенку полное уважение. Он не будет человеком. Он может марка дни. А он уже человек. На артем марта. И отношение к нему. Человеку. Потому что образ Божий в нем уже есть. Вот это вас на мануцуну я подкинул я меньше нахто. И поэтому относиться к нему нужно как к тому, как есть Христос. Это я скажу, я понимаю, мекин вори меч Христоса как. Как это нам делать? Следующий момент, что Иисус говорит. Здесь же и потом еще в 19 главе есть такая, что если не будете как дети, то не войдете в Царство Божие. Это я хай пошелинек, чекнутный, а там в каком месте говорится, значит, там, когда ученики не дают приводить к нему детей, что интересно, это уже в 19 главе, то есть после того, как он им сказал о значимости детей, это еще мой Боже. Они все равно продолжают не пускать. Չենք կարող որ երեխեքին Հիսուսին մոտեցնեն, և զարմանալի նա, որ արդեն ինքը ասել է երեխեքի մասին,
Возьми кашан аргумент, что вы можете себе мода на Он им говорит, пусть обязательно ко мне пускать их, потому что у них есть царство. Ясно, а что тут так говорится? У них есть царство. Вот. И вот с этим нужно как-то разобраться. Что он имеет в виду? Эгей, курама, тестен гинча узумас Иисуса. Давайте думать. Фиконтация. Что такое Царство Небесное, Царство Божие? Ну, сейчас нам едет на Иаркальцию, там Астор Аркальцию. Значит, это такое состояние, сами по себе вичаке, когда Бог является царем. Тефор, ты расплатца, так аура. И как вы понимаете, это вовсе не обязательно устроение общества. Я в самом понимаю, что я сарак бутян карут с вас клини. Потому что Иисус говорит о том, что это внутри вас. Вот это Иисус Аспас от Зельна Арсума. И все его притчи о Царстве Божьем, они в основном вот о том, о некотором внутреннем процессе, происходящем в человеке. Я видел Аракне, это процесс. Арсу Таковатян Масинса, Марту Нерсун Каталог Миат Горцентаци Масина. Это что-то маленькое, которое растет. И Покальбана Вараджуна, Значит, это тогда, когда Бог мой царь. Сань деп кумаре фур, ты оставаться им таковод не. И никакого другого царя у меня нет. И вошми лишь таково есть чунэн. В чем наша взрослая проблема? Им чам вэль мэй царь из хантиле. А в том, что у нас у каждого на самом деле есть еще, по крайней мере, один царь. Вурамэн мэк из гоне, миад, кохкис таковод умэн. Это я сам. Гоне ясинкас. Меня антель. Совершенно понятно. А сказал я. И я такой весь из себя раздутый. Я такой из себя... Инхасин зурруна. Большой и решающий. Хасуна, ес шатмецем, есем ворошова. Что вообще там Богу, как царю, место остается. Да вообще не стоит. Эна астичани, вор тасцун, вор без такого, рамаля перчима. Я ее честно настиг. Очень противно, что мы и наших детей примерно так же воспитываем. Они уже где-то там с 3-4 лет, они такие же надутые, раздутые пупы земли. Я звоню на вормен гнуизеров за арсиаком мэйя. И так что рот тарикан, тинян тинян сэнцэ згмэн. Ворпэс сэрпивэ герка гунди кентрона, тезерки мэште аванцка евэлэ. Сэнцэ лапкум эн. Но Иисус указывает на ребенка, воспитанного в Ветхом Завете. Бац Иисуса цуцатавис ерехаин, вода тастирагдуле гинухтум. Где ребенок воспитан в том, что он не значит. Иск ерехан дастирагдуле гинухтум, воринка аннышан мэкна. Поэтому он не претендует на это все власти, на которые претендует каждый из нас. Тамар, это Ерехан, Ерпек, Чер, Халакни, Эспес, Амена, Азорюциан, Ишханюциан, Айни, Чормен, Канен, Кападарат, Зактумен, Има. Он даже, он для себя не царь. Им хайда Амар, так, Аворчер, это Вахтвайлехе. И поэтому он гораздо ближе к Царству Божьему, чем мы. Тамар, это Ерехан, Авали, Мотикер, Асу, так, Аворчер, как мы говорим. Понятно, да? То есть вот это вот отсутствие как бы вот самовластности в ребенке. Если ну, нормально сейчас. Им книжка Анцан Бацакарцуна, я рехеки меч. Может, я имею в виду рехеки, а я вахта нормально рехеки. Это и делает ребенка более близким к царству. Это царя, я рехай на Абадимо Дарцана, Астротакарцуна, Кастер Мэнк. Это один момент. Сам не пара, не момента. Есть второй момент. Я говорю, не рука. В Евангелии от Луки очень точно сказано, там, когда вам будут говорить, Царство Божие там, Царство Божие там, не ходите, не смотрите, потому что Царство Божие внутри вас есть. Указывая в этом масло, вот, ты сказал, что я асту так аутюну, да я ми банарек, ми генацек, ми пандрек, асту так аутюну, дзель не сумет. Есть. Понимаете? Поглядите внутрь себя, поспрашивайте людей вокруг, и вы поймете, что огромное большинство людей считает, что Царство Божие – это потом. И поэтому для нас, даже как бы, для верующих людей, свойственно жить именно тем, что вот, а вот оно будет. Авели Хавана, так ванцен капрелю, вот хеса калини, это калини. Мы живем для будущего. Мэнк
Апагай Амаленко. Мы сейчас не живем. Тимаченко. Мы живем в будущем. Это Апагай Амаленко. Все наше про то, когда, как оно будет. Это Вонскорни. Есть другой вариант, на самом деле. Есть люди, которые живут за головой свернутым в прошлом. Сахаракнарка, Махка, вот вообще Анцалу. Которые живут только в прошлом. Только в воспоминаниях. Меня кишума Анцалу Минчаге. Знаете, а в тюрьме макароны давали. Вертун. Это киноиц фраза. А в Советском Союзе колбаса была подмазана? В Советском колбаса и кусуксаны. Вообще все хорошее было в прошлом. Вообще оно не ждавно. И вот это очень характерно для взрослых. Самый цель ямаш чат, то есть без отдачака. Или в прошлом. Там анцеловапен. Или в будущем. Там апагаю. Но не здесь. Это очень важно. На днях Славик Гашков замечательную цитату в Фейсбуке поставил. Он там пишет, если мы в унынии, значит мы живем в прошлом. Если мы обеспокоены чем-то, значит мы живем в будущем. Если мы радостны и надежные живем. Это мы курахенг, русалиенг. Значит, мы живем сейчас. Химай капун. Это мы апун. Я не помню, чья это фраза. Я с чем больше, конечно. Умыцельная цитата. Очень поместно. Подшат, что так же. Так вот. Дети как раз живут и не в прошлом, и не в будущем. Я хочу, и как бы их ни портим, они все равно. Мы им все время объясняем, что нет, это еще не жизнь. Жизнь у тебя будет впереди. Учись, сынок, готовься. Но все-таки нам не так легко их испортить. Они все равно бегут играть в футбол. Потому что они живут здесь и сейчас. Понятно, да? И вот этим, тем, что они живут именно здесь и сейчас, они гораздо ближе ко Христову пониманию Царства Божьего, чем мы. Прямо, когда мы говорим о нем, и важим, и важим, и ангабели, мотен Христос и Барцатра, Царство Таковица, и Мастин, а сказать, что мы сами поговорим. И вообще к самому духу Евангелия. Я об этом они хокун, а вели мотен. Потому что благая весть, это не о том, что Христос когда-то умер. Портев Балинуре вошли на Маставор, и что же Амана Караш, Христос умерла. И не о том, что после смерти мы воскресли. Там вошли на Маставор, мы вернемся, то мы кажутся негарными. А о том, что жизнь со Христом здесь и сейчас. Вот Христос это как и моя и вас тех. Вот это и есть радостная весть. Хенс Сая Балинуре, Урахуре. Об эти все. И дети к этому гораздо ближе, чем. Ты веришь, Анна Шатмутен, да? И если мы живем вот этим самым обожествлением прошлого или наоборот будущего, Եվ եթե մենք ապրում ենք աստվածածնելով անցյալը կամ հակառակը ասենք ապագան, մենք չի չենք մտել աստվածության մեջ։ Միգուցե պատրաստվում ենք մտնելու։ Ադիտի մնում։ Իսկ եթե հաճախ մենք դիսից сейчас։ Հիմա եւ հիմա արդեն Քրիստոս ես ու մոզեստը։ Որտեղ Քրիստոսը իր աստարիքում էլ եղել արդեն։ Նկարից դեթի մենք։ Եվ երրորդ բաղը։ Դեթի մենք։ Он немножко похож на первый, но немножечко отличается. Арашинин Микишнамана, бац, все-таки Тарбрицунка. Потому что в первом мы говорили о власти. А здесь мы говорим о развлечении добра и зла. Я говорил на проповеди о том, что суть царствования – это именно определение, что есть добро, а что не есть добро. Харузи Жамана Касаци, вот таковолюциан и маста, таковори маста, са ворошевна инчна чар, емишна бали. И таким образом мы признаем Бога царем. А списал я там так, астун вопрос так говорит, ну нашим доверием к тому, что именно он Бог. А скажем, мы выставим Иран, Полинк на Бали, вот что есть. Здесь речь не о власти, а о том, что правильно, что нет. Определение. Хоска и Шамцар Масинчи, аль Ворошман Масину, а Ворошу Мишна Бали, не Мишна Чар. То, что есть, аль Астваца. А скажем, так говорит Астваца. Так вот, заглянем внутрь себя. И как у нас с доверием? Ничего сам это у нас плохо с доверием. Лавчи. Кого бы то ни было.
А для ребенка, доверять естественно. Потому что он-то как раз понимает, что он еще пока ничего не понимает. И он склонен доверять. Он практически убежден, что есть рядом кто-то, кто действительно знает, что хорошо и что плохо. Обычно родители. Որ ինչ որ մեկը կայրակով կա, вообще-сы это нормально, понимаете? Որ գիտի, ինչն է բարի եւ ինչն է չար։ И это совершенно нормально, то есть եւ сам բնականա, եւ в логике замысла Божьего, в логике пятой заповеди. Եվ Աստծո տրամաբանության մեջ տեղավորվում է 5-րդ պատվիրանը։ Обычно не отца и матери. Потому что тем самым вот это вот как бы навык доверять отцу переносится затем на доверие к отцу небесному. Որտեղ էս սովորույթը, ուրեմն, վստահեմ իր ծնողին հոլը, կամաց-կամաց մարդու մեջ բանա զարգացնում, որ ինքը մեծանալով սկսում է արդեն երկնային հոլը վստահել. И именно возможность доверия и открывает ребенка к тому, чтобы расти. Եվ այս վստահության հնարավորությունն է բացում ճանապարհը երեխայի համար, որպեսզի աճի. Главная проблема нынешней школы. Что детей невозможно ничему научить. Потому что они не доверяют. Они столько получают всякой разнообразной информации. По одним и тем же вопросам. Ну и харцет капсат. Что они уже не понимают, чего слушать. И поэтому на всякий случай не доверяют никому. А раз они не доверяют, значит, научить их ничего невозможно. Понятно, да? Обратим на это внимание. Ясненько, да? Ясненько. Итак, вот есть три момента, по которым дети оказываются ближе к Царству Божьему, чем мы. Երեք բարերը որ խոսացինք, այս երեք բարերով գոնե երեխաները ավելի մոտ են աստոթակայությունը, քան ստեմեն։ Если я хозяин своей жизни, это синк самим наш кянки тиракала. Если я переношу царство Божие в какое-нибудь там будущее, это я աստոթակայությունը на такаության նայում որպես ապագան լինելիք մի բան. Если я не доверяю, это я чем восстанун? Постоянно. Значит, я не спасу. Я не в царстве Божьем. Если я не буду спасен, не буду. Если антонар чем сирену не способен любви, потому что. Значит, я не могу идти в царство Божье. А я в чем грамотно вас тут оказываюсь? Не будете как дети, не войдете. Это я хочу не чек мотный. Понятно, да? А сказал я. Хорошо. Посмотрели на это дело. Теперь пойдем еще одну темочку затронем. Тоже очень много зависит. Мы с вами говорили о том, что вообще дети умирают. И в Ветхом Завете, собственно говоря, никакой особой проблемы с этим связано не было. Важно, чтобы выживал народ. И но в том России ребенок, как отдельный какой-то ребенок. Но Новый Завет меняет это совершенно коренным образом. Каждый человек абсолютно ценен в глазах Божьих. Амен, март, шаг, каравура, астецо, ашкерум. А дети – это уже люди. Иск ерехадали артен, мартен. Они цены в глазах Божьих. Ев шаг, каравура, нас. Бог желает спасения каждого из детей. Ев тэр астанц узнал, орписи, цанкацат, ереха, юраканчур, мэйка, лэва, пыркави. А мы же с вами понимаем, что спасение это только через Христа. Это чтобы верою, осознанной, твердой верою принять Христа, как своего Бога, Царя и Спасителя. Вот тогда по этой вере, значит, спасение. Да? Тогда, может быть, нам там, так сказать, вот, это самое воскресение. Галюцина депи обитена конкян, только каравали не на самом. Харца. А как вы с детьми? С кедафикет, он с джанек.
А если ребенок до взрослости не доживает? Святой Иоанн, чапасутям чи ясно? Что с ним происходит? Ничего рядом. Как тогда? Как там? У Бога? А что он от инча? Сердце вон царство. Значит, должен сказать, что меня самого этот вопрос очень мало. Чишна сам мен кайлис че дарту мне сердце. Потому что твое делает, так сказать, делает то, что надо. Им горца айна, волес ана мен, ничего вот это каны. А там Бог разберется. Господь, он дэх, он дэх. Вот. И для меня это самое, так сказать, естественная позиция. Сами мама сейчас дана кандлам дитка. Но есть огромное количество людей, которые так не могут, которым нужно вот что-то все-таки себе понимать, себе представлять. Итак, скакан ми хатвацка мартмитян, вором чем бавар лесим патасканов виянц, петка амани джимангар, хасканал. В основном это в западной церкви, особенно в протестантской церкви. Малавант, арамитян екевесным, малавант, то вот такая екевесным на сердце. И тогда возникают, как бы сказать, вот в таких церквях, в таком церковном, что ли, богословии, ну, в общем, ну, можно выделить в основном три основные модели отношения к детской смерти. Значит, первая модель самая жесткая. Арачи модель, амена, жесткий копий, человек. Если ребенок, это ерехан, значит, осознанно и ответственно не исповедовал Христа своим. Потаскана позиция масканалов, чьи хостованы Христос им вопросили афарчин, он подлежит погибели. Остат порацайка. Я не знаю, правильная точка зрения или неправильная, но мне она не нравится. Я еще видел, что он чисто отрезкан, но он забыл, что чьи гады. Не дави на нас, может нам нравится. Может. Значит, есть другие модели. Это лучше модель, да? Понимаете, мимо слов Христа о том, что это есть царство. Их есть Царство Небесное или Царство Божие, не пройти. Христоси хоскеле вот и нас на этом китакаузуме, ох, Христан цешки сам ченка нас на. Понимаете, про нас еще не очень известно. Мы ламали лайкали, а про них-то точно сказали. Если я сам вас четкий осадца. Вот, поэтому как-то вот мимо этого не пройдешь. Да, мы с Лаковком это же часа с нашей штуцем. И эта модель называется, значит, моделью принадлежности. И весь модель, как шума, патронавлицан модель. Итак, дети принадлежат царству. Это не я сказал, это Иисус сказал. Я с чем осел, Иисус сказал. Так что же, это значит, что значит, если ребенок помер, так он автоматически спасен? Санчан Шнаков, если Ерехан Маацав, автомат Кельпова, спас Кваца. Тогда ради Бога, не будем детей трогать. А вы давай, но это не даже так. Может, лучше помочь и беречь 213-летнего. Ох, так главное, что дарнен, чапар, что дарнен. Нет. Вот. Модель не такая глупая. Это они мало чем чьи шампур. Понимаете, ведь принадлежность царству, как бы сказать, еще не все. Он так алучано подкана не тюна, да, а мы не щи. Ну вот есть такой пример. Понимаете, вот перед революцией все люди были гражданами царства Российской империи. Революция зарач, я вам хочу не зарач, полнор марти. Будем царакан Русастани, потому что царакан Русастани, Калкацинери. Все были в царстве. Полно таковцам мечей. Несколько месяцев прошло. Микане Амисанцев. И что эти люди сделали с этим царством? Ничего, а если это Мартике таковцам нет? Одни и те же люди. Ну и Мартике. Ничего, ни поколение не изменилось, ничего. Сарим Чапоховая Джошка, а если не Мартик? То есть, понимаете, быть в царстве это еще не совсем все. Нужно еще в нем как-то правильно быть. Так а у тебя между не рамы не щип, это на чисто во время так а у тебя между. Потому что в царстве могут быть и бунтовщики. Это так а у тебя между когда не на спец ванер. Амбостнер, амбостнер. Амбозавнер, амбостнер. Значит, на самом деле ребенку, который и так в царстве, нужно помогать, чтобы они были в этом царстве правильно. Но я хам, вот артен так вот сам мечем, потому что ухнели, да? Вот почти чисто его вилядичка грабит так вот сам. Чтобы они были послушными Богу, гражданами царства. Ойлян, это астадзун, насох, назад, как оценили, так вот сам. Они без конца восстающими против него.
Вождь-то, а нам тап, а что демурим Австамбелов? То есть поэтому принадлежность ребенка царству еще пока ничего не решает. Да, вар, я хаи подконвенционно так аусенат, а лодом флош мерчи людям. И есть задача взрослых помощи. А с кем ванеля, мецеля, контилю, не локтелю это. Потому что в одиночку путь никто не проходит. Вот это мяйна, вождь мекет ваначиянский. Интересная модель. Итак, какие модели? Есть третья модель. Первая модель. Называется модель милосердного суда. Ворок, почему Вовольма, Затастани модель. Идея будет в чем? Понимаете, в чем нравится Рагавапаля? Ведь то, что ребенок еще не способен к полноценным ответственным решениям. Ханур, Ерехан, Дедевас и Вичаки, чи Амбохчакан, Патасканату, Ворошинер, Каяснелю, что эта способность в нем только растет. Это и есть детский возраст. Меня не очумает, я возрастание в способности брать на себя ответственность. Да, видите. Оно как бы нарастало. Это не мы придумали. И это не грехопадение так сделал. Это Бог так замыслил. Я не знаю, а и в того, что мягкий артюнка, что мэр ориентация, а ты расстался, а не знаю, пэсэн мотацинер, и рэхай, тарикет, кампацинер, он тунак, ну, ты ну что же, он не понимает, что ли, что ожидать от ребенка, чтобы он абсолютно ответственно сказал, что вот Христос мой там спаситель, что это нереально? Ну что это? Я спрашиваю, что я скажу, вот Рехен Чикара, под Сартакорен Стак Хаскана, вот Христос и Ратор Кишна, и Валерон Энкали Саныча. Поэтому, конечно, Бог как бы, ну, вряд ли он, как бы, так сказать, будет со всей, так сказать, по всей полноте, что ли, закона этих детей судить. Да, Мастит, Сезра Хангумер, вот, Ханевер Эспеса, ты распространен, Оленькин больше стучал чина, а люди вообще рекомендовали. Даже мы, люди, будучи злые, ну не смейк, вот Марти, вот чары. И то, как некоторые статьи Уголовного кодекса, по-разному применяем к взрослым, там, к 14-летним, к 12-летним. Ну и норма кряка, но раз низка, ну и норенка, тарбер зовем, урема, или арун, мецаса кивера, анчапаси вера, ерехаи вера. Коль би паче, отец милосердный. Тем более, у нас, как Арабель Евас, Вана, но если так, если детей Бог судит не так жестко, как нас, взрослых, опять же, может быть, тогда не нужно с ними ничего делать. Проблема-то в чем? Понимаете, мы же никогда заранее не знаем про ребенка, доживет он до взрослости или не доживет. А вдруг доживет? Понимаете, ему все-таки нужно помогать, чтобы к моменту наступления этой полноты ответственности он все-таки уже как-то смог ответственно принимать Христа. Որպեսի, երբ որ ինքը արդեն մեծահասակ դառավ, արդեն այդ պատասխանատուն ձևով ընդունի Քրիստոսի մարին խոսքը։ Քրիստոսի հետ հարաբերությունը ճշտ։ Մոդելը разная. Но модель это одно. Но интересно, что во всех этих моделях в результате оказывается, что с детьми нужно работать. Это зелек модель номер, а не писал, вот я ханы петка ашкатель. Что задача взрослых все равно с ними работать, им помогать. Мы цели хантейна, вот писи, окна, дерехане, я вилянцет ашкатель. То есть вот это их взросление, одновременно физическое и духовное, оно само по себе идти не будет. Им нужно в этом деле способствовать. Давайте думать как. Вот мы пришли уже к практике. Все, как бы так сказать, богословские предпосылки, вы видите их? Вот это вот. Весь замысел Божий остановление, вот есть это обстановление. По восхождении человека от эмбриона к моменту, когда он может ответственно соучаствовать с Богом в сотворении нового человека. Марту ես աճը սաղնային վիճակից, մինչև իրա 80 տարիքը, որտեղ ինքը կարա գիտակցորեն, աստծո հետ, ես հարցերը լուծի իրա. То есть так, чтобы
вот это сотворение нового человека было в результате плодом станут двое единой плоти, то есть плодом любви, то есть ответственного отношения к другому. То есть норма артукаяцума лени երկուսը մեկ մարմին բանով գաղափարով որ այս պտուղը լինի դա ես շուշտապես չեմ գովել չի պատահի դա բերի զոր сделаешь если минут сделать значит всё предпосылочки собрали да авакетинг որը մեր նախադրյալները значит очевидно взрослые действительно призваны детям в этом помогать Карча, сад мецарсак, не допади окна и рефанери. Все. Но вопрос как? Отвечаем после перерыва. Так вон спади окна. А ну почему это до Кабардастана? Хорошо. Воспитание оказывается лучше, а сравнение с нашим. То есть, если вы не можете дать себе ответ, а вы не хотите, то есть, мы не можем идти на экран. Мы воспитываем, конечно. То есть, мы не можем дать себе ответ. Вот, хорошо, поехали тогда. Да, будем шарнать. Итак. А список? Значит, детство – это возраст, в котором человек возрастает к, вот, к этому самому замыслу Бога о взрослом человеке. Մանկություն դա մի տարիք էր, որի մեջ մարդը աճում է, մինչև հասնի Աստծո ընկալելի են գաղափարին, հասուն մարդ, ուրեմն, որը Աստված էր մտածում իրարավորել։ И, в общем, что-то с ребенком случилось, а физическую часть этого созревания он все равно пройдет. Ինչ ուզում ես երեխայի տարա, մեկ այդ ֆիզիկական աճումը ինքը ունենալու է. Хотя, конечно, хорошо бы. Нам и на это тоже внимание обращать. Чинас бабкандер, вот за авраами кушаются дашные. Потому что для нас, христиан, как-то часто бывает, что мы становимся слишком духовными и забываем о физическом развитии детей. Вот это мы говорим, что с меня мы чапись дус, окей, говорим, зарну, я моран, мы где-то хай, физика кан, астира кисан. Вот. Для людей неверующих все, конечно, ровненько наоборот. А на вот на дне забыв хакарак зарну. Они очень много внимания уделяют физическому развитию детей. Шат у шадирен, я хай, физика кан, зарка смог. Они стараются их развивать, может быть, интеллектуально, Узумен нас вана мотавод заргачундел, ուրեմն խթաններ վշաճի խորին образованности, իրանց կրթությունը բարձրացնել, այս դա դիտի тоже самое, что духовное развитие. Пальсан հոգևոր աճի մաս մաշի կազմում. Значит, на самом деле вот это развитие должно идти гармонично. И физическая, и духовная сторона, ну на самом деле и душевная тоже, должны идти вместе, в гармонии друг с другом. Իրականության մեջ այս բանը պետք է ներդաշնակորեն աճի, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր, թե շնչայի կամ մտային այս զարգացումը պետք է միասին ձեռքի տված այսպես աճի, ներդաշնակություն պետք է լինի։ Чтобы в результате человек получался какой? Որպեսի իրականության վերջնում, որպես արդյունք մարդը ինչպեսին լինի? Я когда-то от Гамлета услышал высшую похвалу. Մի անգամ Համլետից ամենաբարձրագույն գովասանքը լսեցի. Уравновешен. Вот, чтобы человек был уравновешен. Вот если Марта, а вас она кашировала. Значит, понятно. Понятно, что в духовном воспитании основную роль играет Священное Писание. На канавале, окей, вот, Жаргасман, Дастиракман, Аминакалевич, Бану Массаса, Субхостна. Потому что Сургитка. Бог есть Дух. Вот это Астас Сургия. И умножать в нас Дух может только Бог. Поэтому речь идет о том, чтобы мы ребенку давали возможность выходить на Духа Святого, на Бога. Она отсутствует, говорит, друзья, депи сурпоки, депи асту. А больше всего, лучше всего, вот это Божье откровение, мы с вами говорили, дается именно в Библии. И с камня да, вас отцаин хатницу, но мы касаем артенастинг самеш, самасин, са отцаин чума гебат. То, что Бог хочет передать всем человекам, оно именно в Библии. Я ничего не оставлю, но Божье мартен саортен, а отцаин чума. Поэтому так или иначе нам нужно приводить ребенка к пониманию Библии.
համար այսպես թե այնպես մենք պետք է երեխային բերենք Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչը ընկալելու։ Обратите внимание, когда мы хотим, чтобы ребенок развивался физически, мы ведь не сажаем его где-то в стороночке и говорим, вот посмотри, как я играю в футбол. Мы говорим, иди играй в футбол. А ведь он же там, себе нос разобьет, коленки разобьет. На самом деле, с физическим развитием мы это понимаем. Что ребенок должен все время увеличивать какую-то свою нагрузку физическую, причем должен что-то это делать сам. И это риск, что он будет получать всякие там тумаки или шишки или еще что-то. Եվ սա իրա մեջ ռիսկ է պարունակում, որ հնարավոր է երեխեն կապտուկներ ստանա, այսպես պատրվածքներ եւ այլն։ Իսկ понятно, что мы стараемся его как-то сохранять, охранять, да? То есть мы там отводим его в хорошую секцию, там ещё что-нибудь. Բարձր, որ մենք ամեն դեպքում ուզում ենք այնպես անենք, որ այս կապտուկները, այս վնասվածքները իշխանելի իշխանալու քիչ լինի, տանում ենք լավ մարզիչի մոտ, լավ միջավայրում եւ այլն, այո։ Мы уделяем внимание тому, чтобы он научился правильно падать. Понятно, да? Так вот, на самом деле, в духовном взрослении все то же самое. Обратите внимание, когда, даже когда мы работаем с детьми, когда мы пытаемся их воспитывать, мы все время пытаемся вложить готовое. Մենք ուզում ենք իրաց գլուխը լցնենք արդեն պատրաստի բաներ։ Вот что это значит. Сам нашанакова. Вот что здесь написано. Так граца есть ինչ բան։ Вот только так это нужно понимать. Мен хэн сэнс пати хасканас, ունի ոչ մի ձևի։ А нет, это не растет. Ис нанка данов չեն աճում։ Понимаете, они могут это выучить. Там как все говорят. Это не их собственное. Вадиганца чита. Это очень, очень серьезная вещь. Нам нужно идти на риск. Давать им возможность духовно развиваться самим. Да, естественно, закон на самом деле Божий играет замечательную охранительную роль. Потому что это на самом деле вот два пальца в розетку не суть. Сайна, вы раз мало их помотат, чем на цене. Это суд, на самом деле, Божьих заповедей. Сайя остается по отверянию. Вот это не, вот этого не надо. Эс бана чана, эс. Но. Остас пахпану, а или пахпану. Но находи сам ответы на свои вопросы. Вас кварцарин инка, порти бада скангерта. Есть страшное нарушение всех педагогических принципов. Это отвечать на незадаваемые вопросы. Եմ մի սարսափելի բան կա, որ մանկավարժական բոլոր բաները քանդում է, սա պատասխանել հարց չտրված հարցերի պատասխանելն է։ Ճիշտ է, ես этим занимаюсь. Հիմա ես միջով ես եմ գործը զարում, поэтому всё время прошу от вас вопрос. Давай, самтан հարցը ուզում ձեզնից։ Ну ладно, вы не задаёте, придёт, приходится мне вам на них отвечать. Ваш чек, чек, талис, ես չտրված հարցերն եմ պատասխանում։ Вот. Но здесь мне у нас в общем-то побольше времени. И поэтому можно дожидаться, пока у них этот вопрос созревает. И вот как это совершенно гениально делал вот наш духовный отец Александр Бень, он, как бы сказать, он не давал ответы, а он начинал говорить о Христе. Եվ Ալեքսանդր Մենը շատ է դարձել ձեռով վրան։ Որ մենք հարց ենք տալիս, ինքը ոչ թե սկսում է պատասխանել, այլ Քրիստոսի մասն է սկսում մեզ պատմել։ Ինքը ասել, «Ապ прочитай, в Евангелии там есть интересная такая притча». Կամ ասում է, «Հլը մի հատ Դավիթանի այն մի հատվածը կարդա, հետաքրքիր առակ կան դերած»։ Понимаете? Вот какой-то такой вот подход с уважением к уникальности пути этого человека. Հարգելով մարդու յուրահատուկ ճանապարհը։ Если мы сверху, полагая себя более высокими, чем ребенок, впихиваем ему, это мы без авели барцер амайлов, эреху голфи мячен хацкун. Максимум, что мы, что, чего он может достигнуть, это наш уровень. Амеля, мы цагун бана вурна каразник, амель макар как на. Помните, как Иисус говорит про подобных учителей? И сами не входят, и другим не дают.
Иисус нас скажет, тут кольчак мотном, уличный на этот кольчак тарел. Наша задача не сверху в них, в солнышко. Прямо мяч хам цена, вот что вы делаете еще. А быть рядом. А кохка не нравится. Быть рядом. Кохка. Понимая, что у них какой-то свой путь. А сказал, вы лям кирян зюра тут чана. У них понималка по-другому построена. Кирян сказал, что сыну мы кичу не Они будут обращать внимание в Библии не на те места, на которые мы обращаем. Кирян сказал, что шинчу мен от вас не ушадить, когда мы вошли в Армянке ушадить, я вела и альгудишнюю. И если мы поможем им каким-то образом самим видеть значение этих сложных, может быть, отрывков. Я ведь это ничего за момент караваном клиент окнел в описи идей, каскана караволюционно, это ничего за жвар, что спец от вас нали. Не мы станем для них источниками ответов. Вот что мы клиент самар патасхане ахпюрка дарнак. А сам Бог через Писание. А это и остаться астуховским идется, остаться шинчим идется. Понимаете, да? Каскана нам же нужно выводить детей не на нас, А на Бога. Ерехани пет кавошка арвашнов цель депи мес, а депи астуац. Понятно, да? Значит, нам кажется, без конца, это во всех церквях одно и то же. Место ума, я говорю, что если он спеса. Вот если там в воскресной школе мы их научим всему, что это значит. Сорки, я говорю, добро, что я в кинсовой остановке с ничем шлаком, вам все, а мы не шла в кровь. На самом деле, еще раз, дети это все прекрасно воспринимают, они очень довольны в воскресной школе. Эх, и красивый, кирак надо было царев, хачил я и раз высадил сам ничего. Более того, еще одно такое сравнение. Когда мы работаем со взрослыми людьми, как бы еще, допустим, неверующими или вот только обращающимися. Мы амматусим. Мы хотим мецелет кашхатум, а дарева савата цавчем, а это спец дзектумен, да? Значит, где-то мы начинаем говорить очень важные слова, из которых ничего не будет, да? Ильян Скалевор Банарик Асум. Покайся. Ольна Капашхари. Его приблизилось царство. Вот это верхняя кальция на моте. Там, значит, ну, что-нибудь еще там, типа, значит, молись, исповедуй Христа, своего царя и Бога, и спаси. Оставаны Христос им, вот Господь, и вот Христос, войди в мое сердце. Да, Иисус, ну, самые разные могут быть вот такие вот вещи, которые мы объясняем взрослым людям, что вот это нужно тебе вот со всей силой, так сказать, вот, твоей взрослой ответственности сказать. Если мы говорим то же самое детям, это не барман герефанайни газ. Они, как бы сказать, просто по доверию к нам, по хорошему к нам отношению. Они все это скажут. Мы заставили в канал мези гарбу мы макасы. Они все это скажут. Они будут макасы. А там цапель калы масы. А потом придет этот самый возраст, 12-13 лет. Это говорит, асы кутасы, я кептарик, да? Значит, есть такая проблема, характерная для всех церквей. Просто называется проблема ДВР. Вот ДВР, о чем? Вот так, мама, дети верующих родителей. Дети верующих родителей. ДВР. Это дети, которые прекрасно верующие, вот до подросткового возраста. Они любят ходить в церковь, значит, они такие замечательные лапушки. Мишкали санитирации. А потом наступает этот возраст, 12-13, они пулей вылетают, и так больше не будут. Все, не пойду больше, не пойду. Все, чем говорю, все. В чем дело, что произошло? Наш Мишка нам когда-то по этому поводу сказал. Я вдруг понял, что это была ваша вера. А мне нужно, чтобы была моя. У него это как бы довольно быстро прошло. Но все-таки у него тоже был такой вот момент. Ирамот шута, забрала, байт самый депку, мы с хазума Ирамот Элькаш. Фу. Значит, что-то мы здесь делали не так. Мы ничего не имели, мы с хазума. Значит, что-то мы в него вкладывали разжеванное. Фламац до целенг баяна. Потому что с самого начала нужно его вести, путем его веры. Вот это, по мне, скажите, Ира Хавато Виганараш. А не того, как это у нас. Его что, я не пишу, ничего из вами ему так. А наша помощь. Наша помощь очень чуткая, очень уважительная. Без уважения ничего не получится. И еще один важнейший момент. Понимаете, чтобы они были правильные граждане царства, да?
Որպեսի ուրեմն թակավության ճիշտ քաղաքացիներ լինեն, նույնիսկ ребёнка повиноваться просто. Երեխային սովորեցնեն, որ հնազանդվի շատ հեշտ է, повиноваться. Да, просто, да. Точно, сообразно. Почему? Потому что он действительно не зациклен на собственной власти. Чамай, вот это и потому, что он склонен доверять. Его просто научить повиноваться. Но в чем основа этого повиновения? Мы обычно почему повинуемся? Мы вообще хенген так там. Ничего пачаров. Две причины останутся. Самое первое это страх. А начинка собак, да? Бог накажет. А страх не пачи. Второе, не, основная причина не это. Основная. А корысть? Шала. Корысть? Шала и так она пачи. Ожидание будущих благ. Спасом я не за это заплатят. Понятно, да? Вот две причины. Мидопе. Сначала снаряд банка. Татек партилек. Ты имеешь в виду быть послушными Богу или родителям? Богу. Родителям тоже. На самом деле кому удобно. И мы это детям передаем. Заметьте, вот это учение о том, как воспитывать детей, в книге Второзакония именно в контексте любви к Богу. И поэтому там говорится не о том, что вы там учите их заповедям. Там говорится, говорите им о чудных делах Божьих. Понимаете, наша задача подставлять ребенку, как бы сказать, на все его вопросы, не заповеди, не делай бум-бум-бум, а посмотри, как чуден Бог. Посмотри, как он хорош. Посмотри, как он любит тебя. Понятно? И тогда их послушание Богу будет расти не от страха или там ожидания конфеты, а от любви, от ощущения, что они любимы, и тогда они тоже могут любить. Когда мы помогаем им увидеть, что все хорошее, что в их жизни происходит, это потому, что Бог. Когда мы им показываем, что главное, кому доверять нужно, это Бог. Они возрастают в этом доверии и благодарности. Доверие и благодарность. И это и есть путь к любви. Доверие и благодарность. Понятно, да? И очень важно, понимаете, чтобы это нагружалось не просто эмоционально. Дети очень эмоциональные. Понимаете, и какие-то песни типа того «Иисус, как я люблю тебя», они поют в полном восторге. И это хорошо. Правильно? Но дело не в эмоциях. Эмоции — это душевный уровень. Там нужно, чтобы в духе что-то происходило. Поэтому мы как бы ищем не эмоционального ответа вот этого. А когда наступает гормональный взрыв, эмоции все начинают, все душевные начинают перемещаться в другие стороны. И если нет твердого духовного стержня, все разлетится. Эмоции придут совсем не туда. Понятно, да?
Вот. Значит, поэтому нам нужно вот шаг за шагом идти вместе с детьми. Все время показывая им на благость, на его любовь. Понимаете, чтобы его заповеди вытекали из его любви. Понимаете, и чтобы сложности, которые возникают, это тоже от его любви, потому что ты таким образом растешь. О том, что вот ты разбил коленку на футболе, но зато ты научился там кое-что. А, то есть вот джартецишь, фундат келецишь, футболе жаманак бать, соворецишь, еще два. Так и здесь. Снегалатенц. Над тобой в школе издевались. Эрефега дзара на ракет добротсун. Это очень больно. Шат савария. Но ты можешь через это научиться прощать. Пазду сам бичосов, каловец не рецовый. Вот такого рода вещи. Ай, спасибо. Потому что Бог так. Вот у вас тоже, потому что это его любовь. Он дает тебе силы, он дает возможность. Вот такого рода вещи. А спасибо, Анаш. Вот. И тогда, может получиться так, как вот. Не так, как обычно происходит с детьми верующих. Я все думал. В чем главная причина того, что они вот в этом подростковом возрасте были так? И я думал, потому что это такой возраст. Нам психологи объясняют, что в это время как раз растет вот само, так сказать, самоопределение человека. Поэтому специально отталкивается от всего родительского, потому что он должен самостоятельность там, в себе взять. Я вдруг понял, дело совсем не в этом. Рассказал, да, дело совсем не в этом. Дело в другом. Я думаю, что дети убегают от лицемерия. Даже не от нашего лицемерия. И в том дело, что мы лицемерие. Они убегают от своего лицемерия. Потому что за это детское время, пока с ними работали, они наговорили Богу столько замечательного, и вдруг до них доходят. А это не подкреплено реальной ответственностью. Я это говорил на эмоциях, я это говорил на восторге. Это не мое ответственное принятие Божьей любви, Божьей истины. Я лицемер. Или ребенок полетает. Не выдерживая вот этого, своего лицемерия. Это возраст честности, это возраст справедливости, это возраст. Вот всегда дети, подростки в этом возрасте, вот на этом зацикливаются. И обнаруживая собственную нечестность. Поэтому нам так важно, вот работая с ними в детском возрасте, не торопить их, аккуратнее, так сказать, не подталкивать их к тому, чтобы они какие-то восторженные вещи, так сказать, провозглашали. Аккуратнее, чтобы тогда вот этого взрыва может не произойти. И еще. Вот этот путь благодарения, путь благодарности. Понимаете? Восторг – это легко, это само приходит. И Бог нас действительно такой, Он заслуживает восторга. Но это никакого усилия ребенку не стоит. А благодарение – это труд.
Оттуда человек растет. Вы говорили про практическую жизнь, но и в духовной жизни то же самое. Հոգևոր դաշտումը նույն բանն է։ Մարդը մեծանում է, աճում է, եթե գործ կա, աշխատանք կա։ Когда он из своего непонимания прорывается в благодарность. Եվ որ ինքը իր անհասկացողությունից մեկ էլ դուրս է գալի դեպի շնորհակալությունը։ Сам не мы ему объясняем, да что ты за это благодарить надо. Ինքը իրան, ոչ թե մենք ենք ասում, դու սա արդի գոհ ես։ А сам прорывается. Այլ ինքն է դրան դուրս գալու։ Опыт. Опыт. Конечно. Конечно. И тем самым, а опыт защищает от последующих искушений. Так что тоже понятно, да? И еще одна вещь. Кроме Библии. Когда человек осознает себя в Царстве Божьем, когда он входит вот в эту жизнь Божью, жизнь Христову, он входит один. Мы всегда обнаруживаем там еще многих. Потому что таков замысел Божий. Церкви. Реальная любовь между людьми. И ребенок должен проходить этот путь вот в развитии еще вдобавок своих отношений с другими людьми. Пока он маленький, ему все очень просто, потому что его все любят. Его холят людей, как по-русски. И он любит всех. Ну, это даже... Не в этом даже дело. От него этого даже никто не требует. Просто он такой, такой пусенький. Вот. Но, когда он становится взрослым, становится взрослым членом церкви, то на самом деле от него ожидается, и в том числе Богом ожидается, что он не столько тот, кого холит или леет, сколько тот, кто холит и ревит. Где должен совершиться этот переход? От младенчества к взрослости. В детстве. То есть, с самого начала его, этот путь взросления должен проходить в контексте общины, в контексте реальных отношений с людьми. С его сверстниками, потом, может быть, с теми, кто чуть помоложе, взрослые, тут всегда обязательно найдутся. Жизнь общины всегда так или иначе как-то напоминает жизнь, если хотите, ветхозаветного дома, семьи. Նմանացումը ինուխտի ընտանիքի, ինուխտի տանու մեջ ապրելու ձևին։ Даже если вы работаете с ребенком из не очень сильно верующей семьи, нынешний этот герахайт и кашкатун говорит, где у него в семье воспитание, особенно ожидать не приходится, вы с ним должны работать в контексте вот такой христианской семьи, как бы. Ամեն դեպքում վերջերայդ աշխատել այսպես քրիստոնեական համայնքի համընտանիքի համատեքստում։ Где у него в этой общине все время рост ответственности. Որտեղ այս համայնքում իր մոտ անընդհատ աճում է այս պատասխանատվության դիտարկությունը։ И это на самом деле путь неприятностей. Եվ այս ճանապարհը ահաբեկչությունների ճանապարհ է, էլի։ Потому что для ребенка услышать, скажем, после какого-то очень радостной такой встречи, допустим, детского клуба. А кто у нас сегодня убирает? Да, я так хотим. Аваки цветово русма Химайсолова, меж Авелиане Лукам Аваки. Ну, если это тачка на Иран. Более того, Авели нас. Когда он уже будет взрослым человеком в христианской общине, это нам мать смахни не афинки. Я думаю, все вы прекрасно понимаете, сколько у него будет неприятностей. А с каной кишкан, он как тачечный, то наверное. Ана жоқ, ана жоқ байып.
самый великий специалист нашего времени по христианским общинам Жан Ванье. Мен меч жаманак миля миля мец маснагета христианакан хамагитери Жан Ванье. Значит, много лет назад приезжая к нам, каждый раз говорил: община — это место воли. Тайны давай часом их хаманька да цхави ми тега. А вот мы его не понимали сначала. А когда стало, ой, как, не очень хорошо, он к нам приехал и сказал: община — это место царства. Потому что это правда, это и то, и другое. И поэтому путь возрастания вот в эту христианскую жизнь, которая обязательно является жизнью в общине, Եվս աճելը քրիստոնեության մեջ եւս կյանքը հավաքի մեջ կանում այս անում это путь возрастания в способности переносить неприятности եւ սա ճանապարհնա որի մեջ մենք սովորում ենք տանել չակերտավոր ասած տհաճությունները так понимаете неприятности это очень мягкое слово որովհետեւ ինչպես հասկանում եք տհաճությունը սա բանը այնքան էլ բան չի նուրբ խոսքը потому что это боль, это страдание, это ощущение себя нелюбимым. Потому что это реальная жизнь с реальными людьми. И вот когда мы с детьми работаем, значит, ну какие-то вещи могут проходить как бы, просто между родителями и детьми, между учителем и учеником, да? Но вот эту составляющую, общинную составляющую христианской жизни никогда нельзя забывать. Եվ երբ որ մենք երեխեք հետ աշխատում ենք, երբեք չպետք է մոռանանք, որ բացի ծնող երեխա, ասենք դաստիարակ երեխա, դաստատու երեխա, նաև մի մեծ հատված կա, որը հասարակական իսկ կյանքն է, համայնքի մեջ երեխան պետք է աճի. Заранее понимаем, что ребенку будет больно. Նախորդ հասկանալով, որ սա երեխայի համար դժվար է լինելու, ցավալի է լինելու. От сверстников, от это будет больно. Մի խոսքով ցավալի կլինի. И не пытаться во всех случаях подложить соломку. Եվ պետք չի ամեն դեպքում բանը փափուկ բան դնել, նակը, հա, դա. Потому что это опять вот тот же самый опыт. Тот самый փորձառությունն է. Тот самый опыт, который потом пригодится во взрослой жизни. Я спорца, это я мец стариком артен октакар кэлин. Понимаете, потому что если ребенок, все ребенок, и все у него хорошо, все его облизывают. А потом, значит, вылезает в этот противный, значит, возраст. Когда взрослые вдруг начинают от него требовать что, чего-то совсем, чего он и не собирался делать. То ведь я рекан соварил им бани, вот сад покид я бачу, мы сидим, мы. Ну обязательно. Запасно мы на что сад, я вечер гитарикум с ксменяем банер по анжел. Երեխան զարմանում է եւ բանը առաջանում իր սրտի մեջ, այսպես բողոք եւ դունտ առաջանում։ Почему я должен ходить в эту церковь, где мне все не нравятся? Ինչի՞ մտա ես այս եկեղեցի գնալ, որ ինձ ոչ մեկին չեմ ավանում։ Вопрос, а почему не нравится? Իսկ հետո քիչ անջի դու չես ավանում իրաց։ Это вообще говоря, это на самом деле проблема человека, которому люди не нравятся. Са ուրեմն մի խնդիր է մարդուն, որ ու не дали ему возможность вырасти. То, чтобы научиться тому, чтобы любить людей, независимо от того, нравится. Мы сами խնդիրա, որ մարդուն, այս մարդը մյուսներին չի ավանում. Ինչի՞ մյուսներին չի ավանում։ Որտե՞ղ մենք հնարավորություն չենք տվել այդ մարդը, որ աճի այդ դիտակցության մեջ, որ ուրիշներին կարողանա անցնել։ Ընդունել, да? Тоже ясно. Ясно. Еще только что вертелось в голове, тоже очень много. А, и еще один момент. И баннер ясен. Еще один момент. В большинстве церквей с детьми работают через воскресную школу. Мецамасмутюн, екерецни мецамасмутюн на имеш, ерахикет ашкатмен киракан рядом просто на имеш. Вот. Это удобно родителям. Са, цановная ямар хармара. Скинули и все. Таркин Андре и Ранг Азатван. Самим не надо. Манаван Тимфея Сорченко, а что как в школе? Допросим Манаван. Когда это тает, значит, сами ничего не знаем, отдадим в школу их там научим. Мы ничего не знаем, гитарик не знаем, а там допросим, так слово цена. Так вот и здесь. Стоя рядом, да. Очень удобно, что в воскресенье. Да, вот кирятия. Но все равно дети спорчивы, все равно в церковь идти. Мы это, Оля, Пчацаца, 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 Пчацаца,
Все равно пропал день. Да, я говорю, поля, да, да. Заодно и пусть. Заодно это я хочу на то. Пусти свои там. В бабу, ничего в бабу. На самом деле, это повсеместная совершенно вещь. Воскресные школы готовят атеистов. Потому что к Богу нельзя насильно. Ни в коем случае. А сама стилистика воскресной школы – это насилие. Во всяком случае, ребенка. Детьми воспринимается как насилие. Им 6 дней в неделю школы, вот так. Впихивают. Потому что они обязаны это все выполнять. Один единственный день в неделю, когда вроде бы можно без этого обойтись. И опять впихивают. Потому что это школа. Понятно, да? Значит, опять, заставить ребенка легко. Научить его повиноваться легко. Но в 12 лет бунт. Вот. Еще один момент, связанный с этим. Понимаете, все-таки воскресенье – это день богослужения. А богослужение – это то, куда собирается вся церковь. Ну, дети, это что же церковь? Значит, по идее, их нужно не отделять от богослужения, и там пусть с ними воскресные. А каким-то образом их включать? А ничего, чтобы они понимали, да, воскресенье – это специальный день для богослужения. Это такая важная вещь. Это Евхаристия, без которой не обходится. Чтобы это становилось опытом. Здесь что-то объяснять можно, там еще что-то. Но... но это опыт регулярного причащения. А вот то, о чем мы с вами говорили, оно должно быть в другой день. И тогда у ребенка складывается понимание, что вообще христианство – это не по воскресеньям только. Христианство – это вообще в жизни. Есть другие дни, в которых тоже что-то христианское обязательно нужно быть. Вот если мы занимаемся этой, как бы так сказать, каким-то совместным воспитанием детей, этой такой общинной их ситуации, когда они вместе, типа детского клуба, еще что-то такое. Это должно быть не воскресенье. Ой, наши дети так загружены, у них столько уроков, у них еще кружок по фото, еще. Да когда же еще там тогда? Сыновы нас им бае паны герех, сыскан сбахватцем, мяки едашкакан агнум, мяка бокси агнум. Стоп, вопрос приоритета. Вы чего хотите своим детям? Ничего, что тут за хотите. В первую очередь, вы чего хотите? Чтобы они были хорошими христианами? Или чтобы они были хорошими боксерами? Или чтобы они прекрасно играли на фортепианах? Чего вы в первую очередь? Это вопрос ваших приоритетов. Понятно, да? Вот если как-то вот все это вместе, в гармонии попытаться собрать, то похоже, что христианское воспитание детей к подростковому возрасту не безнадежное дело.
դուս գա, որ անհույս գործ չի երեխաների քրիստոնեական դաստիարակությունը։ Гарантий, конечно, никаких нет. Ярко, ոչ մի гарантия չկա, потому что все люди разные, и к детям это тоже относится. Որտե՞ղ բոլոր մարդիկ տարբեր են եւ երեխաներին էլ ասա վերաբերվում։ Все родители разные. Բոլոր ծնողներն են տարբեր են, экономика тоже относится. Մեզ էլ դա վերաբերվում։ Вот. И понятно, что дети, они как-то устроены, что они в меньшей степени ориентированы на наши слова, а в большей степени на то, какие мы сами. Я верахана այնպես են կառուցված, որ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում ոչ թե մեր խոսքերին, այլ նաև թե մենք ինքներս ինչպես ենք. Для того, чтобы выходить на послушание Богу через благодарность. Որպեսզի դուրս գան դեպի Աստված, այսպես օտենակ Աստծուն, ուրեմն գողնակության միջոցով, եւ մոտ է դիտի ցավ նաս։ Պետք է իրանք մեր մեջ տեսնեն այդ գողնակությունը, чтобы повиноваться не из страха, а из любви. Որպեսզի ենթարկվեն ոչ թե վախից ելնելով այս սիրուց, нам нужно, чтобы они видели, что это и у нас так. Իրանք ուզի տեսնան, որ մենք էլ ենք այդպես. И чтобы мы не пытались их учить хорошей жизни, правильной жизни, наказать, только наказательными методами. Я вам писал Менкель на нас, и что вы врачи, да нет, мяй, ну мяй, поджечь метод не лёд. И понятно, что есть, опять-таки, глобальная проблема, проблема семей. А с Канаря, вот там и хихан, ты не рекан, урошат мэсан, ты И понятно, что это все, что происходит с семьей сейчас, это абсолютно противоположные вещи. И ничего, Риман Танкин Катамаса, Акастацаин, абсолютно Акастацаин, Бана, Пацарца. Противоположность значит сатанинская. Из Акастацаин, но Шакма Сатанаяка. Потому что Бог однозначно положил нормальное воспитание, вырастание ребенка именно в контексте полной семьи. Вот это и остается дрэля, эрэхаи, Ача и Заргацума, Данекан Амантексу. И даже для своего собственного сына он нашел земного отца. Ну и не с Иля, все пока он был там, Инка Чарец, Ельгравор, Хайр, Вора, Карцесте, Нтара, Беспечер, Ельгамар. Человеческое воспитание ребенок Иисус должен был получить в полной семье. Որպեսզի Հիսուս Մարթը մարդկային դաստիարակությունը ամբողջական ընտանիքում ստանա։ Понятно, что я байкал եմ մարդ։ Понятно, что мы, так сказать, не всегда классны. Բնականաբար մենք ոչ բոլորս այդ բան ունենք, իշխանություն ենք մենք մեր ընտանիքները որպես լինի։ Понятно, что не у всех детей есть такое счастье. Բարզա որ ոչ բոլոր երեխաները այսպես երջանկություն ունեն։ Значит, тем более это задача для церкви. Առավել ուրեմն, առավել եւս սա ու դառնում է եկեղեցու խնդիրը։ Дать детям возможность ощутить вот это совершенное отцовство отца. Որպեսզի երեխաները զգան այդ երկնային հոր, բացարձակ հայրենիքը։ Այո, հայրենիքը բացարձակ։ И совершенное материнство Божие. Եվ մայրությունը, բացարձակ մայրությունը Տիրամոր Աստվածամոր։ Чтобы вот это, чтобы этого неполноценности, которую, так сказать, предыдущее поколение детям передает. Раз тряжекутина, вот сэрун до поханцума аджор сэрун. Чтобы ее еще в детском возрасте компенсировать вот этой вот выходом на эту совершенную любовь. Вот писья артен, ей это сапче, ангакан тарикум, ерехай тарикум, лэма, инка нарацви, эс катариал сиё миджецов. Потому что потом во взрослом состоянии да, это происходит. Вот это мы сказали, так, ну, мое сад, часто сказали. А чахали. Гамлет спрашивал, почему так получается, что взрослые, когда человек взрослый приходит в церковь, он более верно приходит, чем дети. Гамлет, я понял, что ничего, вам кажется, что если Марта Гайса и Гелеси, если Инка Мэйца Асак Тарик Махали, а вы не Аватали Мадарну, а с Тейфор Ерехажа Мунага Кали. Ну, потому что дети на самом деле вот, накушавшись каждой веры взрослых. Но это моя фика, что со скучной налев мецери хаватить. Ну, просто по инстинкту самосохранения так убегает.
հախնում են դրանից, հենց բանով, իգտալ, այսպես, պահկանման նիստիկով։ Ակի պրավդ է, ատլիցի մի երիս։ Հանա, անչշտությունից, կեղծավորությունից, սատարից։ Так или иначе. Еще раз заявок. Что-то происходит. Еще раз банка от Адвума. Господь находит этих блудных детей, и они возвращаются. А спас еще раз заявок, как мы с Олем Анахатьевым Тюнери, я бы я даже не И уже сейчас, и уже возвращаются как взрослые и как верные. Я бы я даже не артем в космете, а вот так. Это асфальт. А если родители не верующие, а ребенок становится верующим, что может делать ребенок для своих родителей? Да у нас столько случаев, когда ребенки приводили детей. Родители. Да, 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 Да, и на самом деле самым лучшим свидетельством для неверующих родителей оказывается вера, на самом деле, где-то примерно в подростковом возрасте. Вера детей в подростковом возрасте. Самым лучшим свидетельством для родителей оказывается не то, что их дети верят, а вот когда они в подростковом возрасте продолжают верить. То есть то, что родители правильно воспитали детей. Нет. А что? Нет. Они каким-то чудом там в церкви или где-то как-то покупали. А, для неверующих? Для неверующих. А, для неверующих. Да, паська нас мама на лав, пока еще на навати новые маленькие тарикна. То что покупали, а ли этот пан, эти пацаны это там тарикна, или вот иногда дар цингали, иногда я с новыми вас шат нужно, как еще на тарики покупать. Потому что когда эти вот дети, которым по всем параметрам положено бунтовать, и то самое, посылать родителей в разные места, являют родителям любовь. И мне поле талики, я хочу, вот, тарапес, вот, янц, цыновный ингрид Челесен, и в Тиарамале, и вас посылал, я с ним оборвал, с ним посылал там, и вот, мы тестуем, вот, селен, цуцаберем, я вас посылал, назад, сунет, цуцаберем, цыновый тестуем, из бана. У родителей возникает некоторый шок, и от этого шока один начинает интересоваться. Сарману мэн, шоки мэч, а нагом, а смену, это на гэси чашива. Так что, это частое, частое дело, когда дети приводят родителей. Ну, мэн, а джаха, да, бата. Интереснее всего, чаще всего, что сначала дети приводят бабушек. Длинного, а потом уже дети. Ванна, я хочу, когда меня стал дикнейным берем, это нож, а ты новый. Ну вот, собственно, как бы примерно все, что я... А моя верчатся инжолин моей ясери. Думал вам рассказать. Давайте, если есть еще какие-то вопросы... Это не рация, я, конечно, мог что-то забыть из того, о чем... Я к инжол банка вам о рации инжолин ясери. Какие-то еще вещи могут вывести, если вопросы. Это рация, но инак, как это саж, как с моим вопросом. Напомню. Мне показалось, что я на него ответил. То есть в наше время что? А, что, что, то, что теперь делать? Я примерно не говорю. Нет, то, что... То есть, я имел в виду воспитание и это, ванна, фотоспанкутин. Ответственность, пожалуйста, дела нету. По практической жизни. Практической жизни, да. По практической жизни. Ну, вообще говоря, если семья есть, это эндамитка, то участие в семейной жизни можно детям обеспечить. Ընտանիքի կյանքում ներգրավվածությունը հնարավոր է ապահովել իրականում։ Մի քիչ իհարկե ծնողները ավելի չարչարվեն, ավելի հեշտ է, որ ինքը անի, քան ստերեխեն։ Означает отнять некоторое время от детских занятий теми самыми танцами и тайквандо. Երեխաների այդ որոշ ժամանակից պետք է դիտի խլվի, потому что если дети тратят время на какие-то домашние дела, это значит, они не могут это время потратить на
вообще это это երեխաները իրան ժամանակը ուրեմն մատնում են ոչ թե մատնում են այլ անցկացնում են տնական ինչ-որ հասարակական ներկայացումը բնականաբար իրանք այդ սպաներից ինչ-որ բան չէր կանել դաշնամուրից եւ այլն եւ այլն Но тем не менее, это возможно. Поэтому это зависит от системы приоритетов. Пацар, кахваца, цуновнели, урема аже хамакаркиц. Теншен, арашхайн, иран, дасун, пьес. Если родители маловерующие или неверующие. Я знаю, цуновнели, ан аватен, кам, фич аватен. Ожидать такого, что они будут разумно включать детей в семейную жизнь. Спасибо, Нранк, Эспес, Хеламаторен, Каровен, Ерефекин, Национал, Панимеч, Интамикан, Кянкемеч, это Канер Спасибичи. Но мы видим, что иногда верующие детей более воспитанные, более включены, чем верующих. Такое тоже. Мы и нередко мы это видим. А сам Рошатанкан, то не мы канават не отправили, даст ли акват, а вели нергеравлацем, канстой аватационный. Он как бы чек тесе, если не сюда. Это вопрос терминологии. Что ты считаешь верующим? Ура, масмайс, это только мишня, что халатачар хамарит. Значит, но еще раз, если, тем не менее, если ребенку такого, вот этой части воспитания в семье не достается. Ну, это хэнэ с горстнакан, ты имеешь практически у вас. Да, да. Это с горстнакан, уже мы даст реакуцина, чей хумэ телефон. Значит, ну, если мы к этому ребенку вообще отношения не имеем, не о чем говорить. Это я к нему капчу на ГСРФ, да, у нас есть чего. Но если мы как-то с ним занимаемся, а здесь момент с бабу на ГСРФ, то тогда у нас могут возникать такие контексты, где он может что-то делать. А, Миш, вам Дашка Петна его как нагарывать. Еще раз говорю, после клуба там, собрать посуду, вымыть там, я не знаю, вместе. Он иногда. Ойна хавакеле գերքինացիկ տվել, թող հավաքվեն դամաները լավան, բոլորը փոշեկուլան են։ Մի խոսքով ցույց կճարվի։ Понимаете, при том, что это не чья-то воскресная школа. Да вот это ничего ж мне. А это мой клуб, а я ним и макумна. Это, как правило, проходит совершенно замечательно. Я Саша Абдабанс, мне кажется, все пока на тебя хамар. Или ситуация детского лагеря. Там я асин манкакан джамбали масин. Там всегда может быть. Вечно какая-то работа, которую можно нагрузить детей. Значит, у нас гораздо более испорченные люди, что в молодежном лагере. Значит, моют посуды и убирают туалеты, как миленькие, хотя могут быть совершенно избалованы в своей собственной семье. Но иногда я это садакан чамбанжим, а ваша благословация рахикан, пац, шат хэлок дэвов, тэ макрицуэнам, тэ зуханэн, лугум тэ евайл. Там, им, допустим, там, 18 лет, и приходится учить мыть посуду. Ես շատ անգամ 18 տարեկանային ստիպված սովորեցնում եմ, թե ոնց պետք է աման լվան, չգիտեն, չեն սովորել։ Но в ситуации такого вот лагеря это делается с радостью. Բայց ճամբարում իրանք ուրախությամբ են դառնում։ Հենց вот это вот оказывается, что это радость служить другим. Եվ բազմամ որոշներ ծավալը սա ուրախությունն է։ Это огромный важности խոմ։ Եվ սա շատ կարևոր հսկա նշանակություն ունեցող փորձ է իրանք համար։ Это меньше, чем то, что может в семье. Я все говорю, что кишвана кан карал тани кусидер. Очень шорно на. Вот и ну понятно, что глобальную ситуацию мы не переломим. Рассказала, вот глобал для вичака Менченко котвей. Пожалуйста, каждый раз, когда вы работаете с ребенком, имейте в виду, вы работаете не со всеми детьми всего земного шара. Видите же, я говорю, если вы хотите ашхатмек, а может ашхали, говорю, я ханя чек ашхат. Смотрите, именно на этого конкретного ребенка. Это конкретно реху гуранай. Вы помогаете именно ему сейчас. Вы помогаете именно ему. Я на окна, я не спаю. Если вы делаете что-то общее для всех, вы понимаете, вы работаете именно с конкретно этой группой детей. Балори амар антанур банче сану, а я не с хамби амар сашкадан. Понимаете, да? Имея в виду как бы особенности каждого из них. И те особенности группы, которые складываются, когда... А мы не какие разные ашвярные лоу, я в этом бью разные ашвярные лоу. Не какие-то теоретически правильные вещи. А, вот именно это конкретика. Просто ты сакан, ничего с банэляны, а это конкретно ты мастик ничего не чекаешь. А знать, как конкретно должно быть, вы не можете. Иманал, ты ничего с петелиной, а не с вичаком, ты чекаешь, иманал? Потому что вы не видите этих детей насквозь. Вот это дуке терехикин, так чек нам. А насквозь их видит только Бог. Если я смечу, то есть момент, это настолько. И поэтому работать с ними можно правильно. Только в молитве.
Եվ դրա համար իրանց այդ ճիշտ ձևով աշխատել հնարավոր է միայն ամբողջի միջոցով։ И это самое важное вещь, которая на самом деле может быть вообще в чём угодно, во всей христианской жизни. Եվ սա կարևորագույն ամենակարևոր բանն է, որ կարող լինի ամբողջ քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Ես նա պրոֆետի об этом говорил. Խաղի ժամանակ ասում է. Не я живу. Ես չեմ ասում, բայց Քրիստոսն իմ մեջ։ Не я делаю правильные вещи. То, что я сам чисто панеран. А он определяет, что правильно. А лично вместе с ним. Лично, чисто. У меня всегда этот бана аноме. Понимаете? Вот тогда это христианское дело. Это джамана христианская была больше, да. Просто когда он определяет что, но и мы делаем вместе. То, что меня не на ворош матенч, а мы мясо не дам. Понимаете, да? Тогда все работает. Тогда вы вдруг у вас, понимаете, в вас появляется любовь к этому ребенку, а любовь это очень зрячее состояние. Եվ երբ որ ձեր մեջ այս բանը լինում է, հանկարծում եք, որ սիրում եք այս երեխուն, իսկ սիրո վիճակը այսպես բաց աչքերով ես նայում այս երեխուն։ Եվ այդ բուրգշ ես ելնում էլի։ Եվ այդ բուրգշ լինի, вы сами с удивлением обнаруживаете, что как бы вот вроде вы делаете. Եվ այս աստու սիրո մեջ հանկարծում ես, որ դու ինչ-որ բան ես անում։ Եվ видите, как расцветает ребенок. Եվ տեսնում եք, թե ինչպես է ծաղկում երեխան։ Бог его коснулся. Это вас таска павия. Через вас. Он идет все. Это он коснулся. Ботинка какова. И это очень здорово предохраняет от гордыни. Я в Сашат, Пахпанума, Апартутюнис. Потому что это не я. Это не я. Это не я его коснулся. Яшечка павия. Ботинка. Исбург Халахусен Кава и нам начал рачивать. Кинча Халахусен. Если ребенок сделал что-то хорошее, мы хвалим, то есть поддерживаем его, может это у него внутри гордыню вас произвести? Я не знаю. Чигита? Теоретический вопрос. Да. Теоретически может. То есть Сакан Орен, она работает? Я не знаю. Чигита? Это вопрос туда. По поводу конкретного ребенка. А с кем конкретно рефламар? Потому что один ребенок может наоборот от этого расцвести. Так, а кого ничего не рефен, да, они славки. А вы скажете, так я и так это знал. Ну что, кого вас и пар знает. Чего ты такое говоришь? Ничего, я гораздо больше удостою. Я с Авелин, а же они в ТНМ, как ты думаешь, даже. Понятно, да? Остановили? Он до тех пор не дал. И тогда еще один последний вопрос. Значит, мы с вами завтра опять можем встретиться. Элиаса, да, Жолоб? Можно мне спросить? Да. Вот я замечала, часто вот мальчики бывают привязаны больше к матери, чем к отцу. А девочки в основном к отцу. Вы замечали такое? Ну, так бывает и так. Но бывает, да. Почему так происходит? А почему Господь вообще нас сотворил разнополыми? Ну, отцу приятно, если мальчик с ним бывает. Вы поймите, стоп. Вы поймите. Это хорошо, если так. Это очень хорошо, если так. Потому что ведь за время детства они должны приготовиться, на самом деле, к возможности семейной жизни. То есть к возможности любви к существу противоположного пола. И это и нужен опыт этой взаимной любви. Но кто же еще даст его в первую очередь, как не родители? Опыт разнополый. Да? Не случайно, на самом деле, девочки потом, выходя замуж, ищут кого-то похожего на отца. Значит, а у мальчика часто бывает, так сказать, кто-то похож на маму. Это нормально. Это нормально. Вместе с тем, понятно, что и однополые отношения тоже очень нужны, потому что это дружба. Это та любовь, которая не, как бы сказать, не поддерживается сексуально. Это опыт, на самом деле, той любви, которая может быть вообще христианской любовью. Не связанной с браком, с полом, с деторождением. Та любовь, которая, ну, в которой нет ни мужества, ни женства. Вот о чем речь. Понимаете, это тоже.
Вот, и поэтому, поэтому так важно, что у мальчиков есть отцы, и у девочек есть матери. Это тоже важно. А если есть братья и сестры, ну это вообще идеально. Хорошо. Понятно, да? А тут как обычно на основе спросил. Не дай вас на руку включается, не дай вас на ножка на ней, не дай вас на телефон на несколько на нас, не дай хочу верться не ножка на ней, кому вас на и кам кричка от алички коробка. Че? Кам я знаю. А синка есть бармели мечинка, не кам если пришь, а сели. Es kamile jinke es kamuna gartsena mate arashnayin vor naste ichna te astotakhavutyun из духа и воды не можешь найти в другом месте говорить, что будьте как дети, а то не войдете в другом месте говорить, твой крест возьми и иди. А что, видишь какую-то систему или что-то для этого? Все очень взаимосвязано. Саша, как вот я для того. Уж так, так или иначе, в настоящем вот в эту новую жизнь, которую дает Бог, можно войти, только прекратив старую. Значит, через смерть. Значит, нам вместо ранней физической смерти предлагается ранний крест. Умириться Христом. Христос я это значит на кресте. А с кем хочу? Поэтому возьми крест. Да, мы хочу это все. Но это еще не все. Когда вы ошибки. Значит, надо умереть. Это кому надо? Затем нужно воскреснуть вместе с ним. Когда же тот, я обычно надо съедает. И тем самым происходит рождение. Здесь асписотка, ну да, это но рождение это тоже еще не все. Поэтому ну да, да, прошу чей. Потому что нужно, чтобы... Иначе это будет по притче, о семерых зрелищах. То есть вот это пустое место, из которого вычищен канал. Нужно заполнить Бога. Вложу в вас дух мой и оживете. Таким образом мы принимаем Духа Святого. Миропомазание там. Мы принимаем Духа Святого. И таким образом мы рождаемся в церковь, в новую жизнь. Но если мы при этом скажем, ну так все же, у меня теперь все есть, а теперь ого! Я сам ничего не могу. То есть не буду как ребенок, это я хочу или не, то в Царство Божие не войду. А с кем чем напиятники отдаются? И куда в результате я направлю свой новый жизнь? То есть это все одно и то же, но разные. Крест, воскресенье, стяжание Духа Святого и как дети в Царство Божие. Все? Так, вот, хорошо. У меня вопрос такой. Да, они сказали, когда дети идут на танцы или на спор, я занимаюсь, работаю с детьми, тренером работаю тэквондо. И мы с Левоном поработаем с детьми занимаемся с ним библейской. Очень хорошо. Это правильно? Почему нет? Это может влиять детях по-разному. Конечно, по-разному. Объясняю. Есть старая такая шутка. Я спросил, так как? Значит, можно ли курить во время молитвы? Кайля, а тот цахаль кабаны жаманак, а вот ки жаманак. А можно ли молиться во время курения? Конечно. Понятно, да? Вопрос. Вопрос опять о приоритетах. Значит, понятно. Физическое и духовное развитие ребенка. Физика камни ложь. Должны быть сбалансированы. Баланс. Когда ребенок приходит к нам,
чтобы заниматься борьбой. Как бы сказать, подсунуть ему, кроме этого, еще Библию. Немножко нечестно. Но если мы это воспринимаем, но если мы, как бы сказать, не скрываем от ребенка, что он приходит. Если он как бы понимает, что ему это важно. Библейские уроки ему важны. Другое дело, потому что он приходит заниматься Библией. Ну и поход на борьбу. Понятно. Курить во время молитвы нехорошо. Но молиться во время курения, Понятно. Поэтому, значит, я так, Леона все-таки давно знаю. Я вижу, что он человек уравновешен. Я знаю, он еще планится, а о чем не так, а вас раньше вас тогда. Поэтому, это можно делать. Из этого могут получаться хорошие дети. И хорошие подростки. Спорт Иван, я скажу, я зараз чим дуже. Я кат не один, а Іван дуже чекає на спорт. Я зараз вона сад кам паліз дуже. Зараз ми є те, що на хвораш на якісь на може які котле гайле хвора багато вони не мають. А це те хвораш на якісь на яким пісно на яким дасте якісь на або ніщо ж вони не мають. Може спорт і там сад. Ну от цікавий вопрос. Чи коли этот ребенок уже перестанет быть ребенком? Допустим, пойдет в университет. Антен Камасана, Антуми Янтадрин. И что-то из этого бросит. Я не чувствую, банка Товни Дранит. Вопрос, что он бросит? Инча Катовни. Эквандо и Рим. Эквандо, ты я остаточный чат. Понятно, да? Вот в чем ваша задача. Аса, ты инча отзывай горца, хантиля. Понятно. Вольно Арачина и Дандарна. Это вопрос вашего внутреннего приоритета. Для вас самого важно. Для энергии на ваш наряд путян вас на вас. Это когда вы на каре его лично отзывали, а остался зашим чем ты, а и панда вам будет куда. Я заметила, что родители как-то более требовательные, более такие задачи ставят перед первым ребенком. Как я заметила, это как Бог смотрит на это. Это часто? Не знаю, как Бог это смотрит. Чуть ли там остаться на ее. Там еще про это не написано. Вот. На первое что-то написано. Ну, понимаю я родителей. Первое что-то написано. А про первенство, да. Недаром я забрал первенство. Да, про первенство, конечно, написано. Вот. Но им как бы все достается. Да. Ну, я думаю, что родители не поэтому. Просто дело в том, что с первым ребенком родители приобретают определенный негативный опыт. Арачи я хайл, я вороши, тут бацасакан, порцент дарбэм. Они как бы обнаруживают, что как ты его не ломай, а он все равно другим будет. Наймен, ручка, лежан, мартум котрен, мэка, инку визерували. И с последующими детьми родители как бы немножко распускаются. Я говорю, что я хин, а все вороши, что стулят мэн, да, ну, мэка, ческа, да, мэка, что раз оцени. Поэтому последующим детям жить немножко легче. Да, мэк, так, а хин, а вы муки чештау. Быть старшим ребенком действительно непросто. Мэтсу, Ерехалин, а она не старшая, кстати. Нет, я не понимаете, или действительно, старшие дети входят вот в это положение, когда родители уже от них чего-то ожидают, раньше, чем дальше. А я дранка Аванишу Денгали, Вичаки, вот за новый ряд Вичурбан и Панджу, Аванишу в конце подпитнули. Вот.
подготовленности старших детей к этому нет. Если моя цель, это как раз патраж Чендера. Видите, вот как бы они смотрят, а вот как вот им вся ласка, а мне все это. Нормально, сейчас я попью глаз, или мой банк, да, у меня пара банк. Обидно, да? Если ребенку удается к этому времени подвести к тому, что служение другому это радость. Если каравана Ерехан ничего не таскана, вот улишин царая сау и дахутюна, что это не постылая обязанность. Вот сейчас амутали и партакан чунчи. А это вот, вот это и есть, как бы сказать, вот, любовь к этому маленькому. А если тут что я это то, как я. Если я сам сам сижу. Будет все по-другому. А ты не видишь дело, как делать бизнес? Чагитам вон сам. А как правильно наказывать детей? Я не знаю. У тебя действительно есть ответы на все вопросы? Конечно. У меня на все вопросы есть, в любом случае ответ не знаю. Значит, есть такой вот важный момент. Я не знаю, как это в армянском языке. Но в русском языке слово наказывать... Наказ? Учить. На самом деле воспитывать. На самом деле означает воспитывать. Вот. Насколько я узнавал, в иврите то же самое. Поэтому на самом деле правильный перевод был бы, что Бог кого любит, того наказывает. А если мы его Бог кого любит, того воспитывает. Другое дело, что для воспитания иногда оказываются полезными приемности. И мы с вами это уже проговорили. Если ребенок не будет себе разбивать коленки, то он никогда не научится делать. Поэтому это входит в понятие взросления, возрастания. Мог бы Бог проследить за каждым ребенком так, чтобы он не падал и не разбивал коленки? Теоретически Бог. А я. Но это совершенно не соответствует его замыслу. Пацанка, это с чем это отцу махнет смазать? Я говорю, подумаешь, потому что люди должны возрастать в такое, чтобы быть способными принять то, что Бог хочет им дать. И вас Марти пытается канавчать, не наш чанья, да, не вот. А то, что он хочет им дать, это соучастие в преображении. Потому что это и есть жизнь Божия, а Бог хочет поделиться своей жизнью. Вот и все. Он очень всерьез к нам относится. То есть совсем не как грудничковый младенец. У него правда огромное доверие к нам, потому что это есть любовь. Я к наш шаг мне достаточно варианты, вот его не имейте в виду. Это опять разные на самом деле вещи, что мы себе принимаем хорошие, и что Бог принимает для нас. Ханы вам на вырасти. Менькин Ченкаскану вопрос лавка в баре, я вас так. И книжка нам это в первую очередь дана именно для того, чтобы мы научались видеть, что Бог считает хорошим. И отходить от того, что мы считаем хорошим. Оно иногда может совпадать. Нечасто. Потому что мы считаем, что хорошо это нам приятно. Вот мы говорим, лава, а Бог считает, что хорошо это то, что для нас правильно. И сказал, мы говорим, лава, ничего не надо, сиша. Это дарбер бане. Есть еще? Bu mens miçavayla var. Arkevata devranan karısızlığına. Bac bir komiser fındatırlasa var. Kristoniyatan çambar askası. İnç metodine karıyla da borca. Borcisi karıvanan. İtakir kaplar.
տարբեր քարտար է ու մյուս կողմը կարողան են երեխաներին ասենք ավետարանել շմարտին դասացած у него такая ситуация, что ему разрешили как бы делать христианский лагерь, но запретили что-то говорить духовное вообще. Тоже не христианский. Ну, я же говорю, христианский, нормальный христианский. Да, да. В общем, сейчас он спрашивает, как можно это преодолеть, вот это препятствие. И христианский лагерь сделать, и при этом, чтобы он был христианским. Молодой там, квартира, да, ладно. Значит, прежде всего, когда этот лагерь должна делать команда единомышленников? Которая одинаково понимает, что такое христианский лагерь. И что это христианский лагерь. Ինչ աշխատանք քրիստոնեական աշխատանքի երեխաների Իսկ такое команда, без такая команда есть? Это действительно нас. Это значит, что можно делать так, да? Так как эта команда. Никто не дан все правильно, да? Да. Никто не несет. Должны хабар читать. Вот. Значит, и если дети будут счастливы, для этого ерехана ержаник не то может так случиться, что и родители не принесут. Ну, наверное, вот все равно я дам кош чем-то. Значит, второй момент. Я говорю, пара. Можно не делать. Кайга Чанель. Третий момент. Рассчитывать на то, что донесут. Анель, пац, мотоцелю, вот кава гостан. И мало не покажется. Yes. Шат Бастоник, по-моему. И... А Швярнер Васи, Анель. А Христос ничего другого не обещал. Из Христоса уже вам черфу стацы. Он не случайно говорил про крест. На изучать просто хочу массы. Вот и все. Вот я как бы вижу только три варианта. Серик, Тернер, Тернер. Самый лучший вариант первый. Не донесут. А мне лава рачин на гош чем-то, чем хаба чем-то. Самый реальный третий. А если или Акана, или Рохна. Самый бесплодный второй. А мне Апатула, я просто на ручи чану. Кто-то не знает. Нет, я не знаю. Я не знаю, в конкретной ситуации, какой из выборов правильный, я не знаю. Хорошо. Это туда. Вот что где. Павсума, вот сколько тебе от Асханистана? Еще? Если мы нам порогаем нас видишь, то мы на это порогаем, то будем ходить. Вот так. А в этой ситуации, как ты думаешь, тема, как лучшая тема, которую можно выбрать, чтобы работать с этим? Тема Юги, что донести, это плохо. Может быть, это христианский лагерь без Библии, без христианского разговора. Понятно, что христианство. Ты что, не знаешь, что бывает православие без христианства? Бывает все, как и на земле. Мир разнообразен. Мы это не делаем. И не делаем, да. Мы этого не делаем. Поэтому. Значит, штука такая. Штука такая. В принципе, можно сделать, как бы сказать, такой лагерь немножко с больным умом. Кайлянер, евтаки, такуны народ, атакуны народ. Потому что можно, как бы, так сказать, в явном тему лагеря сделать армянских святых. Войнак, хайкакан сарпаримасин, кайлянер, чамбаранес. Вот. А в конкретной работе, из конкрета ашхатанком, когда рассказывается о жизни, о подвиге, о святой, Кангнес Палтном, я сохранил Писюнера, а вот Кидашна. Объясняйте, что вот его святость, вот она связана вот с такими словами Христа. Вацатум Эсвар, и Касур Пайвалвайтов, Христос это специально Писюнера, Рассоховска Сенцеренкану. И это вовсе не обязательно то, что как-то афишировать перед теми, да. А программу можно представить в этот день мы говорим о Григории Просветителе. А вот здесь, там, самое,
դեպսին մեր տան։ Ես որ դուսին մենք ասենք խոսում։ То есть, понимаете, это вот такой вот полуподпольный вариант. СПС КИСА, АНТАТАКАИ. Но, пожалуйста, пожалуйста, будьте сами очень тверды в том, чтобы святость каждого из святых производить от Христа. Пайздук шат индевеген афнувар цангацат сарписа фуцюна Христосы миджатсов берет. Не от, не от, как бы сказать, церкви вообще. То, что им чё ж, екелецы, иван. А именно от Христа. А это Христосы ца. И асфальтюцюн. Вот тогда может вот такой вот еще вариант сработать. Ну еще раз, но без команды из нарушений не обойтись. Здесь просто один такой вот сугубо православный, просто все испортится. Понимаете, тема Шаткаева, вот Болдора Михаил Кильна, вот это Карла Рынакан Молдаван, они были в частной Амбан, Христос Ильича начали. У нас я вам как православный. Это варпес у Вапана, если кейзас. Время вышло, но сейчас я завтра поговорю. Если вопросы какие будут, можно завтра начинать. Лаги жаманаги не кейк, больше вапсы жаманаги не танк. Значит, завтра у нас с вами еще есть время. Вагнер Дасунэнк. Есть ли какая-то тема, которую вы хотите? Никакая тема вращаться в принципе. Это еще конкретная тема, у меня гор кузенайк васейк. Понимаете, у меня есть какие-то темы, но мне про них рассказывать не очень интересно, потому что я их уже много раз рассказывал. Это еще баннер мем, вот там фосан, батин цедар кирчи, вот это лика хосаца мем цедар. А вот если вы зададите мне тему, которая мне, для меня самого будет первый раз, это мне будет так интересно. Если это мне тема так, вот арачна кам бы дихо сам самасин, им кассинзаве так, это у тебя колеса. Тогда вместе думаем. У меня сумка хорош так. Есть ли что-то такое жгучее? Шурпанка вот здесь святого арума. Ну, например, братан, я видел, что наше сегодняшнее состояние, то есть после советское, вообще отличается от всех сегодняшних трудных ситуаций. По-моему, что-то новое подходит для славянства. К вам приезжал такой замечательный человек, Дэвид Смит. Дэвид Смит, я гирадзе. И он автор одной очень интересной книжки. Это архиргичку не гирадзе? Называется «На пути в Эммаус». Эммаус и Чан Фуд. И эта книга очень во многом подсказывает направление размышлений здесь. Она написана на заводе. И наша ситуация, конкретика нашей ситуации очень сильно отличается. Но что интересно, духовный смысл абсолютно положил. Вот. Ну, мы можем попробовать об этом поговорить. Какой вопрос сам после для нас? Ну, хорошо, конечно, будет книжка. Завтра на этот есть как-то их честно. Спасибо. Как-то отсюда смотрите, потому что... Дэвид Смит приезжает еще. Будет приезжать. Ну, может быть, но так или иначе, все равно об этом. Октембрин. Но все равно об этом. У Тиста Серека, Артем. Это самая важная мысль, потому что нам нужно как-то пересмотреть то, что мы считаем очевидно понятым нами в Писании, в замысле Божьем, что там это нужно пересмотреть, что вообще говоря, Христос воскресший на самом деле никуда не делся. Он есть. И если мы не видим работы Его воскресения, то это не потому, что ее нет, а потому что мы как-то не так смотрим. Мы где-то себя заградили. И может быть то, что он будет говорить по посланию к римлянам, это как раз сработает вот как новая такая вспышка. Инка Хансумер, вот тема там, Иран, а вы дех пари асец, то Иран дали, вот вон сурпокин, сортит мешка дани, тенцер хосам, эн конкрет тема кешчинг дали,
ես դենցել գրեցի իրան, երեք բաներ արել, որ եթե հռոմեացիների թղթի հետ կապված խոսամ, հարմարա ձեզ գրեցի, հարմարա, դե ամերիկյան բանասերից խոսա, վերջը 8-10, օկտեմբերի 8-13-ը գալուա, հռոմեացիների թղթի համար, կարանքի մի բանից աղոթքանենք, որ Աստված սուրբ հոգեով առաջնորդի բոլորիս։